Глава вторая. Парии. Приехав в Лондон, Шелли не мог заплатить за извозчика, который привез его багаж. С Мэри Джен и чемоданами он приказал вести себя к своему банкиру, от которого узнал, что Гарриет забрала все деньги с его счета. Эта новость привела женщин в большое негодование. Оставался единственный способ выйти из неприятного положения и не попасть в участок, поехать к самой Гарриет. Шелли нашел ее адрес и передал кучеру. Гарриет сперва подумала, что муж к ней возвратился, и, в свою очередь, страшно вознегодовала, когда узнала, что соперница ожидает у дверей. Тем не менее, она дала взаймы несколько фунтов, и трое путешественников могли заехать в бедные меблированные комнаты. Положение было прескверное. Годвины решительно отказывались принять беглецов. Шелли доказывал, что он применил принципы политической справедливости, но это только еще больше рассердило автора этого трактата. Политическая справедливость была в его глазах книгой теоретической, принципы которой были бы превосходны в стране утопии, и то еще надо принять во внимание, что он ее написал очень давно. Но действовать по этим принципам в Лондоне, в среде общества, не знающего жалости, в его собственном доме, с его единственной дочерью, сделать его посмешищем для всех его знакомых и извратить таким образом его принципы — нет, этого он никогда не простит. Однако Шелли прежде занял большие суммы, чтобы дать взаймы отцу Мэри, и судебные исполнители, узнав о его возвращении, начали его преследовать. Годвин не только не мог ничего уплатить, но опять нуждался в деньгах. Денежный вопрос вынуждал его против воли вступать в сношение с испорченным и вероломным молодым человеком. Совесть его жестоко страдала, и он говорил об этом в каждом письме. Для Мэри и Шелли грустно было видеть это лицемерие в человеке, которым они так восхищались прежде. «О, философия!» — говорили они, вздыхая. Что касается миссис Годвин, то она упрекала их особенно за то, что они совратили ее дочь Джен, и она запретила кроткой Фанни сделать им визит. Сама она пошла раз повидать свою дочь, но, встретив Шелли на лестнице, отвернула голову. С Гарриет отношения были то легки, то трудны, смотря по тому, как у нее менялось настроение. Она ни в чем не нуждалась, имея еще немного денег Шелли и получая пенсию от бывшего содержателя кофейной, но она была беременна и чувствовала себя очень несчастной. Она проводила дни, наивно рассказывая свою историю кумушкам по соседству, или писала письма своему другу Екатерине Нуджент, дублинской портнихе, слогом школьницы, маленькими короткими фразами. «Каждый возраст имеет свои заботы. Богу известно, что у меня есть свои. Маленькая Ианта здорова, ей 14 месяцев, и у нее 6 зубов. Не знаю, что бы я стала делать без этого дорогого ребенка и без моей сестры. Мир — это место тяжелых испытаний для всех нас. Я никогда не думала, что мне придется пережить то, что я пережила. Но время залечивает самые глубокие раны, и ради моей девочки я надеюсь прожить еще долго. Пишите мне часто, расскажите мне, как поживаете, не падайте духом, хотя я не вижу ничего утешительного, когда те, что были добродетельными, становятся порочными и испорченными. Но таков свет, в нем нет ничего прочного, я надеюсь, что есть другой мир, и несчастные здесь будут счастливы там. Скажите мне, что вы об этом думаете? Сестра моя со мной, я бы очень желала, чтобы вы узнали ее так, как я ее знаю. Она достойна вашей дружбы. Прощайте, дорогой друг». Иногда в ней возрождалась надежда. Приятельницы говорили ей, что легкие увлечения бывают скоротечны, и что муж к ней вернется. Тогда она делалась веселой и писала Шелли,
дружеские письма. Она была убеждена, что все зло исходит от Мэри, которая соблазнила Шелли, рассказывая ему разные нелепые истории, что в сущности он был добр и не оставит ее с двумя детьми. Иногда, наоборот, у нее были припадки грусти и злобы, тогда она старалась сделать жизнь более тяжелой для ненавистной четы. Она занимала деньги и кредиторов посылала к Шелли. Рассказывала, что он живет с обеими дочерьми Годвина или ходила к кредиторам Годвина и натравляла их, так что Мэри, никогда ее не видевшая, говорила о ней со вздохом: «Какая ужасная женщина!» В один из дней ноября с Гарриет сделалось дурно, и ей показалось, что она очень больна. Всегда, когда она чувствовала себя нехорошо, ее первым движением было позвать Шелли. Она послала за ним ночью, он прибежал. Он желал остаться самым преданным из ее друзей, не превращаясь, однако, опять в любовника. Гарриет не понимала этого оттенка, и как только он становился очень внимательным к ней, она делалась нежна, тогда он кротко, но твердо отстранял ее. В конце ноября она разрешилась 8-месячным мальчиком, это рождение не привело к примирению между супругами, Шелли не был уверен, что ребенок его. С Мэри, несмотря на все бедствия, он был восхитительно счастлив. Они имели одинаковые вкусы и оба смотрели на жизнь, как на курс учения в университете, который должен продолжаться до самой старости. Они читали те же книги, часто вслух. Она сопровождала его, когда он ходил по делам к адвокату и судебным приставам. Когда на берегу извилистой речки он забавлялся, как некогда в Оксфорде, пуская бумажные лодочки, Мэри, сидя рядом с ним, с жаром строила флотилию. Она принялась под его руководством учиться латинскому языку и даже греческому. Гораздо более образованная, чем Гарриет, она находила в этих занятиях не скучную игру, какими они казались первой мистерс Шелли, но расширение своих наслаждений. Литературное образование делает любовь более человечной, и в этом одно из больших очарований культуры. Катул, Теокрит, Петрарка соединились, чтобы придать их поцелуям особенную прелесть. Шелли, следя за работой своей новой подруги, восторгался силой ее ума и с радостью находил, что она более способна, чем он сам. Единственным легким облачком было присутствие Джен, или скорее Клэр, ибо, решив, что у нее некрасивое имя, она его заменила другим, которое считала более романтическим. Она была блестящая, прелестная, но нервозная до болезненности и крайне щекотлива. Совместная жизнь с молодой и влюбленной парочкой была очень вредна для ее нервов. К Шелли она питала беспредельное восхищение и чересчур явно это показывала. Мэри на это жаловалась, но Шелли не находил этого чувства ни неприятным, ни оскорбительным. Он боялся одиночества, когда Мэри, ожидавшая ребенка, должна была отказаться от прогулок пешком, от позднего сидения по ночам. Он водил с собой Клэр к адвокатам, к судебным приставам, на берег извилистой речки Серпантины, и каждый день просил ее сидеть с ним ночью. Он ей рассказывал о Гарриет, о мисс Хитченер, о своих сестрах. Он страстно любил доверчивые разговоры, нескончаемые умственные анализы, и полная искренность для него была легче, когда он был с Клэр, потому что она не была его возлюбленной. Но вскоре Мэри дала заметить свое раздражение, и в продолжении целого дня Клэр, задетая упреками сестры, была молчалива и мрачна. Вечером, когда Мэри поднялась наверх, Шелли постарался успокоить Клэр. Кротко, умело, терпеливо, он вплоть до полуночи разъяснял ей те несколько сложные чувства, которые соединяют их маленькую группу. Он был так мил, что Клэр перестала дуться. «Мне было так больно», — сказала она.
Воображаемые страдания, милая Клэр, вы толкуете жесты и фразы, которым Мэри не придает никакого значения. Мне было все-таки больно, но я вам благодарна, что вы мне все разъяснили. Она пошла к Мэри и передала ей весь разговор. Над своей комнатой они слышали, как Клэр разговаривает и ходит по своей спальне. Вскоре она спустилась вниз, она была слишком нервозна и не могла остаться одна. Мэри взяла ее к себе в постель, а Шелли пошел спать наверх. Эта маленькая сцена повторялась часто с легкими вариантами. Нервозность Клэр заразила Шелли. Поговорив о привидениях и духах, они кончали тем, что сами пугались. «Что с вами, Клэр?» — говорил Шелли. «Вы совсем зеленые, ваши глаза. Не смотрите на меня так. И вы также какой-то странный, воздух здесь тяжелый, точно насыщен чудовищами. Уйдем отсюда». Они прощались, уходили в свои комнаты, и почти тотчас вслед за этим Шелли и Мэри слышали громкий крик, что-то катилось по лестнице, и Клэр с расстроенным лицом рассказывала, что ее подушка соскочила с постели, как будто брошенная невидимой рукой. Шелли слушала ее с испуганным вниманием, а Мэри пожимала плечами. Она бы очень хотела, чтобы эта сумасшедшая уехала от них. Перси редко принимали у себя друзей. Группа Буанвиль-Ньютон, несмотря на исповедуемую ею свободную французскую философию, проявила большую холодность, когда Шелли сообщил ей о своей новой жизни. Там, как у Годвинов, действия мало согласовывались с рассуждениями, и снисходительность в теории соединялась неизвестно почему с суровостью на практике. Напротив, скептики Хогг и Пикок пришли по первому приглашению. Они были убеждены в невинности Гарриет и не одобряли поведение Шелли, но их влекло любопытство, и на страсть они смотрели, как на забавную болезнь. Шелли не без некоторого беспокойства пригласил Хогга. Он боялся, что этот циник не понравится его серьезным подругам. Первое впечатление Мэри было не очень благоприятное. «Он забавен, когда шутит», — сказала она, — «но как только он переходит к обсуждению серьезных вопросов, то видишь, что он держится неправильной точки зрения». Хогг в самом деле все более и более становился британцем и консерватором. Он теперь восхвалял традицию, спорт, общественные школы и указывал годы хорошего портвейна. Но он нашел Мэри хорошенькой и умной. Он сказал это Шелли, который повторил его отзыв самой Мэри. Во время следующего посещения он ей показался гораздо более симпатичным. Конечно, он говорил о добродетели, как слепой о цветах, и в этой семье восторженных душ он был закоренелый грешник, но признавали, что в нем есть своеобразное очарование. Мэри полагала, что его холодность напускная и притворная, и что он был лучше, чем его слова. Он боится быть искренним, глубоким. Это обязывало бы его отказаться от тысячи вещей, которые он любит, но он был слишком умен, чтобы не чувствовать слабости своей позиции. К тому же услужливый и образованный, он охотно помогал Мэри и Клэр переводить Овидия или Анакреона, когда их постоянный учитель таинственно исчезал, и он, не жалуясь, провожал этих дам к их модистке, потому что они также ходили к модистке, как бедная Гарриет, но с совершенно другим настроением. Гарриет покупала шляпки с энтузиазмом, Мэри со снисходительным сожалением, а Шелли не было даже надобности прощать ей эту уступку света, о которой она первая готова была пожалеть. Глава третья. То, чем был Годвин. Прислуга меблированных комнат принесла письмо от какой-то дамы, которая ждет на тротуаре напротив. Письмо было от Фанни и предупреждала Шелли, что кредиторы собираются посадить его в тюрьму за долги. Шелли и Клэр бегом спустились вниз. Завидев их, Фанни убежала. Она боялась Годвина, который запретил ей всякие сношения с изгнанниками
Была еще одна причина. Она слишком восторгалась Шелли, чтобы желать его видеть теперь, когда он сошелся с ее сестрой. Но Шелли хорошо бегал и догнал ее. Она сообщила ему, что судебные приставы ищут его, что его издатель дал его адрес, что Годвин ни во что не вмешивается. Так как денег не было, оставалось только скрыться. Он решил, что переедет один на другую квартиру, а Мэри и Клэр останутся на прежней, чтобы сбить неприятеля с толку. Таким образом, в первый раз влюбленные были разлучены, это им показалось ужасным. Им пришлось назначить себе свидание в отдаленных тавернах, где они, оглядываясь по сторонам, обменивались несколькими поцелуями и тотчас расходились, потому что за Мэри могли следить. В воскресенье, день, когда запрещено брать под стражу, они оставались вместе до полуночи. Но однажды вечером у них иссякло мужество, и Мэри пошла вместе с Шелли в какой-то жалкий отель. Эта парочка с тощим багажом показалась хозяину подозрительной, и когда они попросили ужинать, то он потребовал деньги вперед. Шелли обратился к Пикоку, а в ожидании денег вынул томик Шекспира, которого всегда носил в кармане, и стал читать Мэри вслух «Троила» и «Крессиду». Это заставило их позабыть о голоде в течение целого дня. На следующий день, к завтраку, Пикок прислал им сладкие пирожки. Такая жизнь была тяжела, но они находили большую радость в том, что страдают вместе. Бедность и любовь отлично ужились. Когда они расставались днем, пока не наступала ночь, охранявшая их безопасность, то через верных посланцев обменивались нежными записочками, написанными наспех. «О, моя дорогая любовь», — писал Шелли, — «почему наши сладкие мгновения так коротки, прерывисты? Сколько времени это еще будет продолжаться? Завтра в 3 часа у святого Павла. Прежде чем уснете, не забудьте о вашей молитве любви, и я не забуду о своей молитве». «Спокойной ночи, любовь моя», — отвечала Мэри. «Завтра я это пожелание напечатлею на ваших устах. Дорогое и сладкое создание, привлеки меня к себе, прижми твою Мэри к своему сердцу. Когда-нибудь она, может быть, опять найдет отца, но до той поры будь для меня всем, любовь моя». В январе 1818 года в этом тяжелом существовании произошла перемена благодаря событию, которое давно ожидалось. Старый сэр Биши умер в возрасте 83 лет. Таким образом, мистер Тимоти, в свою очередь, делался баронетом, а Шелли — непосредственным наследником. Он поехал к отцу, взяв с собою Клэр, взволнованную и любопытную. Он оставил ее в деревне и один пошел в Филдплесс. Сэр Тимоти, надутый своим новым титулом и негодуя больше, чем когда-либо, что у баронета может быть такой сын, через лакея передал ему, что не желает его принять. Он уселся на ступеньках подъезда и стал читать Мильтона в ожидании новостей. Скоро вышел доктор и сказал ему, что отец его страшно гневается. Затем Сидней Шелли пришел повидать украдкой отвергнутого сына и передать ему подробности о завещании. Это был довольно необычайный акт. У старого сэра Биши была идея фикс — устроить так, чтобы огромное состояние переходило по наследству, не уменьшаясь, и с этой целью увеличить майорат, насколько было в его власти. Он оставил 240 тысяч фунтов стерлингов, и из них 80 тысяч составляли майорат, который должен был достаться Перси после смерти его отца. Остальная сумма была свободна. Но сэр Биши желал, чтобы эта сумма была присоединена к майорату, и чтобы таким образом образовалось огромное богатство, которое переходило бы от старшего сына к старшему сыну во всех будущих поколениях баронетов Шелли. Но для этого нужно было согласие и подпись его внука, и он надеялся достигнуть этого следующим образом.
Если Шелли согласится на увеличение майората, то он будет пользоваться доходом со всего имущества. В противном случае он получит после смерти своего отца только 80 тысяч фунтов, которых нельзя было его лишить. Шелли вернулся в Лондон, размышляя о том, что он узнал, и пошел посоветоваться со своим адвокатом. Он не считал для себя возможным содействовать увеличению майората, так как не одобрял всего этого плутократического законодательства. К тому же он не желал ни для себя, ни для детей владеть большим богатством. То, чего он желал, это иметь сейчас доход, достаточный для того, чтобы вести жизнь, сообразную его вкусам, и получить небольшую сумму для расплаты с долгами. Через адвоката он сделал отцу предложение, что откажется от прав на наследство за ежегодную ренту, которая должна выплачиваться немедленно. Эта комбинация понравилась сэру Тимоти, который, потеряв надежду на исправление Перси, думал только о своем младшем сыне. К несчастью, адвокаты выразили сомнения в законности подобной сделки ввиду постановлений завещания. Они разрешили только продажу Шелли отцу прав на наследство, ожидавшееся от дяди, и в силу этого соглашения Шелли получил ежегодную ренту в 1000 фунтов и 3 или 4 тысячи фунтов наличными. Это не было большим богатством, но это был конец нищеты, меблированных комнат и посещений судебных приставов. Его первая мысль была об обеспечении Гарриет. Он назначил ей 200 фунтов в год с тем, что ей давал ее отец Вестбрук. Этого было достаточно, чтобы избавить ее от забот. Затем он взялся уплатить долги Годвина и заложил для этого весь свой доход за первый год. Досточтимый друг нашел, что предложение 1000 фунтов далеко не соответствует тому, что он ожидал. По его словам, ничего не было легче, как получить взаймы ввиду предстоящего наследства те 1000 фунтов, в которых книжная торговля на Скиннер-стрит имела такую большую надобность. Шелли, выведенный из себя, но стараясь быть вежливым, выразил свое удивление тому, что отец Мэри мог найти естественным обращаться к похитителю своей дочери и просить денег, и в то же время отказываться от всяких сношений с самой дочерью, которая имела слабость страдать от подобного отказа. На это Годвин ответил, что именно потому, что берет взаймы деньги у соблазнителя, он не может принять у себя Мэри, его достоинство ему этого не позволяет, он не может подвергать себя опасности пересудов на тему о том, что он променял честь дочери на уплату долгов. Его щепетильность была так требовательна, что он вернул Шелли чек, написанный на имя Годвина, обратив его внимание, что имена Шелли и Годвина не могут больше фигурировать на одном чеке, не оскорбляя приличий. Пусть Шелли напишет свой чек на имя мистера Смита или мистера Юма, тогда Годвин согласен получить по этому чеку деньги. После этого они обменялись следующими письмами. Шелли Годвину. «Милостивый государь, признаюсь, что мне непонятно, почему денежные обязательства, существующие между нами, обязывают вас к таким чрезвычайным ограничениям в вашем поведении относительно меня. Этих обязательств не существовало в тот момент, когда мы вернулись из Франции, но поведение ваше тогда было совершенно такое же, каким оно является в настоящее время. По моему мнению, ни я, ни ваша дочь не заслужили того приема, который встречаем всюду, и мне всегда казалось, что это преимущественно ваша обязанность позаботиться о том, чтобы нас, ни в чем невиновных, никому не сделавших зла и живущих в полном единении между собой, чтобы нашу семейную жизнь не уподобили сожительству развратной женщины с соблазнителем. Мое удивление, и скажу откровенно, мое негодование были чрезвычайно велики, когда я убедился, что для себя, для вашей семьи или для ваших кредиторов вы готовы возобновить со мною отношения, которые внушали вам такой ужас, что его не могло победить чувство жалости к нашей бедности и к страданиям, понесенным ради вас.
Не говорите мне больше об извинениях, ибо кровь кипит в моих жилах, и мое сердце возмущается против всего, носящего человеческий образ, когда я подумаю, сколько вражды и презрения я вытерпел от вас, кому я был всегда искренним другом и делал только добро, и от всех людей. Годвин к Шелли. С сожалением должен вам сказать, что письмо ваше написано совсем не в примирительном тоне, и если бы я отвечал вам в том же тоне, то мы бы втянулись в бесконечный и неприятный спор. Скажу только, что пока во мне останется искра разума и чувства, я не изменю своего отношения к вашему поступку, на который я смотрю как на величайшее несчастье моей жизни. Шелли Годвину. С этого времени наши отношения будут только деловыми. Согласно вашему желанию, я сделаю заем под залог моих годовых получений. Я очень хорошо вижу, как велика сейчас ваша нужда в деньгах, и сделаю все, что могу, чтобы достать их для вас. Этот презрительный ответ ничуть не обескуражил Годвина и не отбил у него охоты к займам. Глава четвертая. Завоеванный Дон Жуан. Ребенок Мэри родился раньше срока, и доктор сказал, что он не будет жить. Шелли не спал ночей, ухаживая за женой и ребенком и читая Тита Ливия и Сенеку. Фанни принесла пеленки, присланные чудаковатой миссис Годвин, но философ остался непреклонным. Хог зашел поболтать, рассказал свежую новость о бегстве Наполеона с острова Эльбы. Его насмешливый здравый смысл произвел на Мэри оздоровляющее впечатление. Живя все время с Шелли, к тому же находясь еще в несколько лихорадочном состоянии, она испытывала такое чувство, приятное и в то же время пугающее, что уходит от земли и от жизни. Хог вернул ее к действительности. Несмотря на предсказания, младенец рос, прожил месяц, и она уже начинала успокаиваться, но в одно утро, проснувшись, нашла его мертвым. Это было для нее большим горем. Шелли и Клэр продолжали бегать вместе по городу, Мэри оставалась дома, вязала и думала о своем ребенке. «Я была матерью», — повторяла она себе, — «и перестала ею быть». Ночью она грезила, что ребенок не умер, что, растирая его перед огнем, можно вернуть ему жизнь. Она проснулась, колыбелька была пуста. С улицы слышались шумы, крики толпы. Тогда было время народных волнений. Из Франции доносились угрозы войны. Глаза Мэри были всегда затуманены слезами. Присутствие Клэр в доме все больше озабочивало ее. Она была уверена, что Клэр любит Шелли и всегда его любила. Честность Перси была очевидна, его нравственность более чем человеческая, ангельская, но он думал, что можно читать Петрарку с молодой страстной девушкой, руководить ее занятиями и чтением, бодрствовать с нею ночи напролет, и что девушка не влюбится. «Причина та, — думала Мэри, — что мой прелестный Шелли лучше знает эльфов, чем женщин». Вечером, оставшись с ним наедине, она признавалась в своей ревности. Он не понимал этого чувства, считал его низким и недостойным его божественной Мэри. Ему казалось, что его способность любви бесконечна, что он ничего не отнимал у своей возлюбленной, беря под свою защиту другую женщину. Он очень дорожил обществом Клэр, его привлекали блеск и странности ее существа, но он убеждался в том, что атмосфера их общей жизни втроем становится удушливой. Мэри умоляла его отпустить Клэр, о которой она не говорила иначе, как называя ее «ваша подруга». Они долго старались найти ей место гувернантки, но репутация, созданная ей бегством во Францию, делала всякие шаги в этом направлении крайне затруднительными. К тому же и Клэр не выказывала особенной охоты уехать.
Интеллектуальная близость с Шелли была ей так приятна, что она не задумывалась о неизбежных последствиях. Но кроткая настойчивость Мэри победила, и было решено, что Клэр поедет на морское побережье в пансион какой-то вдовы, состоявшей в дружеских отношениях с Годвинами. Из дневника Мэри. Пятница. Чувствую себя неважно. После завтрака читала Спенсера. Шелли ушел со своей подругой, вернулся один. Переводила Овидия. 90 стихов. Пришел Джефферсон Хогг. Я ему читала свои переводы Овидия. Шелли с дамой опять ушли. После чаю последний разговор с Шелли и его подругой. Суббота. Клэр уезжает, Шелли провожает ее Джефферсон, придет только к 5 часам. Беспокоясь, что Шелли не возвращается, выхожу, чтобы встретить его. Идет дождь, он возвратился в 7:30, читала Овидия. К чаю пришел Чарльз Клармонт, говорили о картинах. Я начинаю другой дневник, так как у нас начнется новая жизнь. Клэр, изгнанная на дачу в течение нескольких дней, наслаждалась тишиной после пережитых волнений, но она не была такой девушкой, которую надолго могло бы удовлетворить сельское уединение. Она искала в жизни живого интереса и не преминула его найти. Влюбленные всегда воображают, что встреча с необыкновенным существом заставила их полюбить. Но правда состоит скорее в том, что зародившееся любовное стремление ищет в мире своего предмета, и если не находит, то само его создает. Только у робких это движение сердца бессознательно, а смелая Клэр, когда поняла, что у нее не остается никакой надежды отнять Шелли у сестры или хотя бы обладать им вместе с нею, стала сознательно искать героя для своего незанятого чувства. В деревенском уединении она не могла его найти возле себя. Некоторые влюбленные в таком положении пишут к прославленным воинам, к знаменитым актерам. Клэр была образованная девушка и обратила свои поиски на поэта. Она не нашла более достойного, чем Джордж Гордон Лорд Байрон, человек, возбуждавший тогда наибольший восторг и наиболее ненавидимый в Англии. Она знала наизусть его поэмы, которые Шелли так часто читал с энтузиазмом. Ей была известна образовавшаяся вокруг его имени легенда о его порочности и уме, о его дьявольской прелести и адской жестокости. Его необыкновенная красота, громкий титул, гений писателя, смелость идей, молва о его любовных приключениях — все соединялось, чтобы сделать его совершенным героем. У него были любовницами знатные дамы, графиня Оксфорд, леди Уэбстер и несчастная леди Каролина Лэмб, которая написала в своем дневнике: «Сумасброд, зол, опасно с ним знаться», и внизу приписала: «Я видела это прекрасное бледное лицо, и моя судьба решена». Он женился, и весь Лондон рассказывал, что, входя в свадебную карету после венчания, он сказал леди Байрон: «Вы теперь моя жена, и этого одного довольно, чтобы я почувствовал к вам ненависть. Если бы вы были женой другого, может быть, я полюбил бы вас». Он обращался с нею с таким пренебрежением, что она через год должна была хлопотать о разводе. Разносчики скандалов передавали, что она открыла преступную связь между Байроном и его сестрой Августой. С тех пор, как распространилась эта мрачная история, боязливые души с ужасом отворачивались от него. Но трудности только привлекали Клэр, которая доверяла своему гению. Она достала адрес Дон Жуана и решила попытать счастье. Клэр к Байрону. «Я к вам пишу, будучи с вами совершенно незнакома, не для того, чтобы просить у вас благотворительной помощи, я в ней не имею никакой надобности, и тем не менее я дрожу от страха, когда думаю о том, как вы отнесетесь к этому письму. Кто может осудить вас, если вы меня сочтете навязчивой?
Вам может показаться странным, и однако это правда, что я свое счастье передаю в ваши руки. Если женщина с незапятнанной репутацией, свободная от власти отца или супруга, отдается вам без всяких условий, если эта женщина признается с бьющимся сердцем, что любит вас уже много лет, если она обещает вам полную тайну и безопасность, если на ваше снисхождение к ней она готова отвечать безграничной привязанностью и преданностью, неужели вы обманете ее ожидания или будете молчаливы, как могила? Я жду от вас немедленного ответа, пишите мне по адресу. Дон Жуан не ответил. Эта незнакомка с напыщенным стилем была тощей дичью для благородного лорда. Но есть ли что-нибудь настойчивее, чем женщина, уставшая от собственной добродетели? Клэр написала во второй раз. Лорда Байрона просят уведомить, может ли он сегодня вечером в 7 часов принять у себя даму, которая желает сделать ему сообщение величайшей важности. Она хотела бы быть принятой наедине и под величайшим секретом. Лорд выслал сказать через лакея, что его нет в Лондоне. Тогда Клэр написала под своим собственным именем. Она желала поступить в театр, знала, что лорд Байрон имеет отношение к Друлиленскому театру, и хотела просить его совета. На этот раз Байрон ответил, посоветовав ей обратиться к директору, но ее трудно было сбить. Она тотчас искусно переменила фронт. Она больше не думала о сцене, а о занятиях литературой. Она написала половину романа и была бы счастлива отдать свои литературные опыты на суд лорда Байрона. Так как Байрон продолжал отмалчиваться или отвечал уклончиво, она рискнула сделать ему прямое предложение, на которое мужчины с некоторым самолюбием редко отвечают отказом. «Я могу вам показаться безрассудной, порочной, но есть вещь в мире, в которой вы со временем убедитесь, что я люблю вас смиренно и искренно, что я не способна ни на месть, ни на хитрость. Есть ли у вас какие-нибудь возражения против следующего плана? Я уезжаю с вами вечером в дилижансе или почтовой каретой, за 10 или 12 миль от Лондона. Там нас никто не знает, и мы будем свободны. На следующий день рано утром вы возвращаетесь домой. Я все устроила таким образом, чтобы не могло возникнуть ни малейшего подозрения. Я прошу только, чтобы вы дозволили мне прожить несколько часов с вами. Где? Я не останусь ни одного мгновения после того, как вы мне скажете, чтобы я удалилась. Потом можете поступать, как вам заблагорассудится, можете уехать, куда пожелаете, отказаться меня видеть, обращаться со мной жестоко. Я буду только помнить прелесть ваших манер и самобытное очарование всего существа. Тогда только Дон Жуан, загнанный, утомленный продолжительным преследованием, согласился уступить. Он уже принял решение уехать из Англии, чтобы жить в Швейцарии или Италии, и уверенность в близком отъезде успокаивала его, что это любовное принуждение будет непродолжительным. Глава 5. Ариэль и Дон Жуан. Но Дон Жуан считал, не приняв в соображение энергию Эльвиры. Клэр решила, что последует за ним в Швейцарию, и в этой девушке с оливковым цветом лица была сила. Она задумала увести с собою и супругов Шелли, которые, как она чувствовала, были готовы согласиться на отъезд. Когда она рассталась с ними, они устроились на берегу Темзы возле Виндзора. Под прекрасными дубами парка Шелли сочинил свое первое большое произведение после «Царицы Маб» поэму «Аластор» или «Дух уединения», которая была его собственной историей, слегка переиначенной. То он был другой, чем прежде. Грустная покорность стушевала резкость прежних утверждений. Религиозные и моральные теории, бывшие на этот раз предлогом, ради которого произведение было написано, часто отступали на второй план, а на первом плане
там и сям нередко появлялись прекрасные пейзажи. В предисловии он объяснял, что если и оставил некоторые из своих прежних школьных увлечений, то не жалеет ни об одном из своих поступков и предпочитает свой путь скорбного познания спокойному и комфортабельному отречению какого-нибудь Хогга. Те, кто равнодушен к благородным заблуждениям, к попыткам познать недоступное познанию, которые ничего не любят в этой жизни и не ищут никакой другой за ее пределами, которые презрительно отворачиваются от всякого чувства симпатии, не радуясь человеческим радостям и не сострадая человеческому горю, эти люди и им подобные справедливо несут свою долю проклятия. Нравственно они мертвецы. Они не способны быть ни друзьями, ни влюбленными, ни отцами, ни космополитами, ни патриотами. Они живут бесполезной жизнью и готовят себе жалкую смерть. Но, хотя Шелли ни в чем не раскаивался, пребывание в Англии стало ему ненавистно. Мэри, внебрачная подруга, страдала от того, что почти ни с кем не могла видеться и мечтала о загранице, где у нее было бы больше шансов завязать знакомства и дружеские связи, так как положение ее было там менее известно. У нее родился другой ребенок, очень здоровый, прекрасный мальчик, которого она назвала Вильямом в честь Годвина. Пришлось взять кормилицу, семья и расходы увеличились, годовой доход оказывался недостаточным, жизнь в Швейцарии считалась недорогой, и Клэр нетрудно было убедить их, как и во время своего первого бегства, но с большими удобствами. Странное трио проехало через Париж, Бургонь, Юра и добралось до Сешерона, предместья Женевы, где остановилось в отеле. Отель был расположен на берегу озера, из окон видны были сверкающие гребешки синей зыби, и темная линия гор прорезывала сияющую воздушную завесу. Дальше угадывались снежные вершины, казавшиеся блестящими и неподвижными облаками. Уехав из Лондона, они наслаждались этими солнечными пейзажами. Они наняли лодку и целые дни проводили на озере, читая или отдыхая. В то время как эта молодая группа жила, забытая между небом и водой, к ним направлялся через равнины Фландрии Чайльд Гарольд в более роскошном экипаже. Англия в одном из припадков добродетели, которые чередуются там с самой изумительной терпимостью, только что изгнала лорда Байрона, обвиняя его в кровосмешении. Когда он появлялся на каком-нибудь балу, все женщины обращались в бегство, точно завидев самого сатану. Он решил оставить навсегда свою лицемерную родину. Его отъезд был окружен самым страстным любопытством. Свет, сурово карающий возмутившихся против его уставов, в сущности, завидует им и восхищается ими. В Дувре, когда странник садился на корабль, зрители шпалерами окаймляли вход на мостики, многие светские дамы переоделись в платье своих горничных, чтобы иметь возможность смешаться с толпой. Показывали друг другу громадные сундуки, в которых были упакованы его постель, библиотека, его посуда. Море было неспокойное, и лорд Байрон напомнил своим спутникам, что его деда, адмирала Байрона, прозвали Джек Буря, потому что, как только бывало, он садится на корабль и отправляется в море, тотчас разыгрывается непогода. Не без удовольствия он рисовал, как фон для своего собственного портрета, этот мрачный семейный рок. Будучи несчастлив, он хотел, чтобы и самые несчастья его были велики. Спустя несколько дней необычайная деятельность проявилась в отеле в Сешероне. Это была суматоха по случаю прибытия знаменитого лорда. Клэр волновалась, несмотря на всю свою смелость. Шелли был счастлив и горел нетерпением. Обвинение в кровосмешении, связь Байрона с Клэр — все это не могло его оттолкнуть или отдалить. Он надеялся, что между Байроном и его своячницей возникнут те же узы, которые соединяют его и Мэри.
Что касается кровосмешения, он не видел никакого разумного основания, почему бы брат не мог полюбить свою сестру. Правда, законы это запрещают, но это только одна из тех нелепых фантазий, которым предаются прихотливые человеческие существа. Самая тема казалась ему одной из наиболее поэтических, какие только можно найти. Что касается Мэри, то она была счастлива, что Клэр ей больше не соперница, хотя это произошло при условиях, представлявших для Клэр некоторую опасность. Первое появление Байрона не обмануло ожиданий Шелли. Красота этого лица была поразительна. Прежде всего бросалось в глаза общее выражение гордости и ума, затем бледность, как у луны, на которой бархатным блеском выделялись большие живые темные глаза, черные слегка вьющиеся волосы, неподражаемая по совершенству линия бровей. Нос и подбородок очерчены твердо и грациозно. Единственный недостаток этой прекрасной фигуры обнаруживался, когда он ходил. Нога с укороченной ступней, как рассказывали, но сам Байрон предпочитал сходство с дьяволом, сходству с калекой, и внушал мысль, что ступня у него раздвоенная. Мэри сразу заметила, что это прихрамывание заставляло его робеть. Каждый раз, когда ему надо было сделать несколько шагов перед посторонними, он бросал сатанинскую фразу. В книге отеля перед рубрикой «Возраст» он написал 100 лет. Оба поэта остались довольны друг другом. Байрон нашел в Шелли человека своего общества, который, несмотря на жизнь в тяжелых условиях, сохранил приятную непринужденность манер молодых людей из хороших фамилий. Образование Шелли изумило его. Он сам много читал, но без этой необычайной серьезности. Шелли стремился знать, а он ослеплять, и Байрон отдавал себе отчет в этом различии. Он также сразу почувствовал, что воля Шелли была чиста и тверда, тогда как он носился туда-сюда по воле своих страстей и своих любовниц. Скромный Шелли не заметил впечатления, произведенного им на Байрона, который тщательно это впечатление скрывал. Что же касается его самого, то, слушая чтение третьей части «Чайльд Гарольда», он был взволнован и подавлен. В этой силе, в этом могучем ритме, в этом движении потока неудержимого и растущего он узнал гения и отчаялся сравниться с ним. Но если поэт приводил его в восторг, то человек немало изумил его. Он ожидал увидеть восставшего титана, а нашел оскорбленного важного барина, очень внимательного к тем радостям и страданиям тщеславия, которые Шелли казались совершенно детскими. Байрон бравировал предрассудками, но он в них верил. Они заграждали ему дорогу к наслаждениям, и он их столкнул, но совесть его была неспокойна. То, что Шелли делал наивно, не сознавая греха, то он делал заведомо и сознательно. Изгнанный из света, он любил только успехи в свете. Плохой муж, он уважал только законную любовь. Он держал цинические речи, но не по убеждению, а назло. Между развратом и законным браком он не допускал среднего состояния. Он пытался напугать Англию, играл смелую роль, но только потому, что отчаялся завоевать ее в каком-нибудь традиционном амплуа. Шелли искал в женщинах источника экзальтации, вдохновения, Байрон — предлога для бездействия. Шелли — ангелоподобный, слишком ангелоподобный, относился к ним с величайшим уважением. Байрон, человеческий, слишком человеческий, желал их и говорил о них самым презрительным образом. Он говорил самое ужасное в женщинах, что невозможно жить ни с ними, ни без них. И еще, мой идеал – женщина, имеющая достаточно ума, чтобы восхищаться мною, но не так много, чтобы требовать восхищения перед собой. Результат нескольких бесед был неожиданный.
Бессознательный мистицизм Шелли шокировал Байрона Дон Жуана против его воли. Но это не мешало им высоко ценить общество друг друга. Когда Шелли, всегда великий ловец духа, пытался обратить Байрона к менее легковесному взгляду на жизнь, Байрон защищался блестящими парадоксами, которыми Шелли-артист наслаждался в той же мере, в какой Шелли-моралист их осуждал. Оба до безумия любили кататься на лодке. Они купили лодку сообща и каждый вечер отправлялись кататься с Мэри, Клэр и молодым доктором Полидори. Байрон и Шелли, молчаливые, опускали весла и смотрели вверх, следя за беглыми образами между облаками и отражением луны. Клэр пела, и ее прекрасный, проникнутый страстью голос, разносясь над водою, где дрожали отраженные звезды, уносил мысль вдаль в сладостном полете. Однажды вечером, когда был сильный ветер, Байрон, споря с бурей, объявил, что споет албанскую песню «Будьте чувствительны», — сказал он, — «и слушайте с вниманием». Он испустил резкий продолжительный крик и затем расхохотался. Мэри и Клэр с этого дня окрестили его «албанец», сокращенно «албе». Шелли и Байрон совершили вместе литературное паломничество вокруг озера. Они посетили места, куда Руссо перенес действие новой Элоизы. Кларан, нежный Кларан, колыбель всякой истинной и страстной любви, Лозанну Гиббона, Ферней Вольтера. Энтузиазм Шелли сообщился Байрону, который написал под этим влиянием некоторые из прекраснейших своих стихотворений. Возле Мельери сильная буря, иногда бывающая на Женевском озере, едва не потопила их лодку. Байрон уже начал снимать с себя платье. Шелли, совсем не умевший плавать, продолжал сидеть спокойно, скрестив руки. Его мужество еще увеличило уважение к нему Байрона, которое по-прежнему оставалось скрытым. Семья Шелли, утомившись жизнью в гостинице, наняла в Колиньи коттедж на берегу озера. Байрон поселился несколько выше, на вилле Диодати. Между обоими домами был виноградник. Там утром виноградари видели, что Клэр вышла из виллы Байрона и бегом возвращалась к домику Шелли. Она потеряла башмак и, стыдясь, что ее могут увидеть, не остановилась, чтобы поднять его. Честные швейцарские виноградари, ухмыляясь, понесли в деревенскую мэрию туфлю английской барышни. Любовь ее не была счастливой. Она была беременна, и Байрон, которому она прискучила, давал ей резко заметить свое утомление. Он одно время восхищался ее голосом, ее умом, но она ему быстро надоела. Он не сознавал за собой никаких обязанностей по отношению к этой девушке, которая навязалась ему с такой настойчивостью. «Я ее похитил?» Кто был похищен в этой истории, если не мое драгоценное «я»? Меня обвиняют, что я жесток с женщинами, всю жизнь я был их мучеником. Со времен Троянской войны никто не был так похищен, как я. Шелли отправился к нему, чтобы обсудить будущность Клэр и ее ребенка. Что касается Клэр, то благородный лорд ничуть не был ею озабочен и желал только избавиться от нее как можно скорее и никогда ее больше не видеть. Против этого Шелли не мог спорить, но он защищал права имеющего родиться ребенка. У Байрона была сначала странная мысль отдать ребенка на воспитание своей сестре, Августе, с которой общее мнение соединяло его преступной связью. Когда Клэр отказалась, он обещал тогда, что позаботится о ребенке, когда ему исполнится год, но с условием, чтобы Клэр не вмешивалась. Для семьи Шелли все труднее становилось оставаться рядом с Байроном. Не то чтобы мужчины были между собой в дурных отношениях, Шелли
Нашел переговоры, которые он вел с Байроном, неприятными, но естественными. Но Клэр страдала, и Мэри очень часто негодовала на позу Байрона и его цинические разговоры. Когда он говорил, что женщины не имеют права есть за столом с мужчинами, что их место в Серале или Гинекее под надежной охраной, то дочь Мэри, Вульфстонкрафт, дрожала от негодования. К тому же она опять почувствовала тоску по родине, по английским пейзажам. Домик на берегу английской речки казался на расстоянии восхитительным убежищем. Шелли написал своим друзьям, Пикоку и Хоггу, чтобы сняли для него такой домик, и обратное путешествие началось. После их отъезда Байрон писал своей сестре Августе: «Не броните меня, что я мог поделать? Взбалмошная девушка, несмотря на все мое сопротивление делом и словом, вбила себе в голову, что поедет за мною, или, вернее, впереди меня, так как я уже застал ее здесь и с величайшим трудом убедил ее удалиться отсюда. Теперь она уехала. Теперь, дорогая, скажу тебе по всей правде, что я не мог этому воспрепятствовать, что я сделал все, что мог, и успел положить этому конец. Я ее не люблю, да у меня нет такого запаса любви, чтобы отдать ее кому попало, но я не мог разыгрывать стоического философа с женщиной, которая проехала 800 миль, чтобы совлечь с меня стоическое бесстрастие. Теперь вы знаете об этом столько же, как и я, и вся эта история совершенно кончена». Шелли остался в переписке с Байроном и не покинул мысли о спасении своего друга. В тоне его писем уважение к великому поэту незаметно сливалось с отношением сверху вниз к человеку без настоящего характера. Заботе, столь живой у Байрона, о своей репутации, о своих успехах, о том, что говорят в лондонских гостинах, он противопоставлял истинную славу. Можно ли считать ничем создавать величие и благость, предназначенные, быть может, к бесконечному распространению? Можно ли считать ничем сделаться тем источником, в котором мысль других людей будет черпать силу и красоту? Чем был бы человеческий род, если бы не было Гомера и Шекспира? Я не советую вам гнаться за славой, двигатель вашего труда должен быть и более чистый, и более простой. Вы не должны желать ничего больше, как только выразить ваши мысли, обращаясь к сочувствию тех, которые могут мыслить, как вы. Слава следует за теми, кого она недостойна вести за собой. Байрон, направлявшийся тогда в лениво-беззаботную Венецию, читал эти увещевания с большой скукой. Это чрезмерно требовательное уважение его утомляло. Глава 6. Могилы в саду любви. Из трех молодых девушек, которые так весело оживляли дом на Скиннер-стрите, там оставалась только Фанни Имлей. Она одна, которая не была дочерью ни мистера, ни миссис Годвин, жила еще с ними и называла их отцом и матерью. Она одна с таким нежным сердцем не нашла ни возлюбленного, ни мужа. Она была очень сдержана и робка. Добродетели, которые восхваляются, но не вознаграждаются людьми. Одно время, очень короткое, она могла надеяться, что Шелли заинтересуется ею, и начала с ним не бессильных сердцебиений, интимную переписку, но ореховые глаза Мэри разрушили те надежды, которым Фанни еще не позволила принять определенную форму. В этом доме, опустевшем и омраченном постоянными денежными заботами, миссис Годвин изливала на нее свое дурное настроение. Годвин давал ей понять, что не в состоянии ее содержать и что она должна будет зарабатывать на свою жизнь. Она лучшего и не желала, и надеялась сделаться учительницей, но бегство Мэри и Джен создало дурную репутацию девицам из дома Годвина,
и содержательницы школ относились с недоверием к этому питомнику. Издали она восторгалась, и к восторгу ее примешивалась капля зависти и грусти, восторгалась жизнью сестер, прихотливой и романической, правда, также опасной, но разнообразной. Как бы она хотела жить на берегу Женевского озера и быть вместе с знаменитым лордом Байроном, о котором говорил весь Лондон? Так ли он красив, как на портрете? Скажите мне, какой у него голос? Приятный голос для меня — большое очарование. Приходит ли он к вам запросто, с дружескими визитами? Я бы желала знать, в чем его обвиняют разносчики скандалов. Я не могу поверить, читая его, чтобы он был таким ужасным человеком. Когда мне нравится поэт, то мне бы хотелось питать уважение и к человеку. Экскурсия, которую Шелли сделал вместе с ним на лодке, была, вероятно, восхитительна. Я бы очень хотела прочесть стихи, которые поэт написал о месте, где утопилась Жюли, когда они будут напечатаны в Англии. Могу ли видеть рукопись? Передайте ему, что у вас есть подруга, которая не имеет много удовольствия в жизни и которая бы очень хотела прочесть эти стихи. Мэри, Клэр и Шелли читали эти прелестные письма с жалостью и сознанием своего превосходства. Бедная Фанни! Сколько в ней осталось узости Скиннер-стрита! Она все еще думает, что романы Годвина, дела Годвина, припадки дурного настроения миссис Годвин — это самые важные вещи в мире. Ее рабство оживляло у обеих молодых женщин сознание их собственной свободы. Ее одиночество дало почувствовать всю цену их любви. Прежде чем оставить Женеву, Шелли и Мэри купили для нее часы, подарок несколько пренебрежительный. Когда они вернулись в Англию и отправились, чтобы поселиться в Бате, то проездом через Лондон видели Фанни. Она была грустна и говорила только о своем одиночестве, своей ненужности. Когда она прощалась с Шелли, то голос у нее задрожал. Она ему писала в Бат те же невинные письма с едва заметным оттенком смутного упрека, который читается в глазах умирающего, когда он смотрит на живых. Годвин, издерганный новыми денежными заботами, делался все более и более брюзгливым. Тетка, которая обещала взять Фанни к себе в школу, где она была начальницей, написала, что решительно сестра Мэри и Клэр слишком пугает почтенных матерей семейств. Однажды утром Шелли получил из Бристоля странное письмо, в котором Фанни прощалась с ними в загадочных выражениях: «Я уезжаю в такое место, откуда, надеюсь, никогда не возвращаться». Мэри умоляла Шелли тотчас поехать в Бристоль. Он вернулся ночью, ничего не узнав. На следующий день утром он опять поехал и вернулся назад страшно расстроенный. Фанни в Бристоле села в дилижанс, отправляющийся в Свансти. В этом городе она заехала в гостиницу и тотчас удалилась в свою комнату, сказав прислуге, что она очень устала. На другой день, так как она не спускалась вниз, взломали ее дверь и нашли ее мертвой. Ее длинные волосы покрывали ей лицо. В руке она зажала часы, подаренные ей Шелли и Мэри. На столе стояла склянка от опия и лежало начатое письмо. «Я давно решила, что самое лучшее, что я могу сделать, это положить конец существованию, которое было несчастным с самого начала и причиняло только заботы тем, кто потерял здоровье, стараясь его поддержать. Быть может, узнав о моей смерти, вы огорчитесь, но очень скоро позабудете, что жила когда-нибудь на свете та, которая называлась Годвин». В своей политической справедливости сказал, что самоубийство не есть преступление, трудно только решить в отдельном случае, не запрещает ли общественный интерес, заключающийся в 30 годах добавочной жизни, обращаться к добровольной смерти. После происшедшей драмы он написал Мэри в первый раз со времени ее бегства. Он написал, чтобы просить трех изгнанников хранить молчание об инциденте, дабы не повредить семейной репутации.
Ужасная смерть Фанни сильно потрясла нервы Шелли. Добрая миссис Годвин намекнула, что Фанни покончила с собой из любви к нему, в которой никому не признавалась. Он тогда вспомнил, что замечал в ней некоторое волнение, но не обращал на него внимания и упрекал себя за то, что всегда думал несколько пренебрежительно о душевных качествах Фанни. Может быть, хотя и не намеренно, он пробудил в ней страстное чувство в то время, когда покинутый Гарриет искал утешение в женской нежности. Может быть, она жадно ловила, взвешивала, анализировала его слова или взгляды, в которых ничего не было, кроме равнодушия или снисходительной любезности. Как трудно следить за движениями чужой души, какие страдания можно причинить без ведома, без желания. Можно пройти мимо глубокого чувства, иногда доведенного до отчаяния, даже не подозревая о его существовании. Значит, мало быть искренним, иметь честные намерения, можно столько же зла причинить по недостатку проницательности, как и по злобе. Все эти мысли погружали его в беспредельную грусть. Чтобы несколько рассеяться, он поехал один погостить на несколько дней у молодого критика Легента, который написал восторженный и умный отзыв о его стихах. Легент жил поблизости от Лондона, в предместье, приютившемся в лесу, и дым, поднимавшийся над крышами, поля и деревья образовали прелестную декорацию, городскую и деревенскую в одно и то же время. Его жена Марианна была проста и образованна. У него был целый выводок красивых детей, с которыми Шелли мог играть и гулять. Там он немного забыл о Фанни и Годвине. Визит был непродолжительный, но приятный, и он вернулся оттуда, чувствуя себя более бодрым. По возвращении он застал письмо от своего издателя Гуккема, который раскрыл с любопытством, потому что просил издателя найти след Гарриет, о которой уже 2 месяца не имел никаких известий. Она получила назначенную ей пенсию в марте и сентябре, указав свое место жительства в квартире своего отца Вестбрука. Начиная с октября, он не знал, где она находится. «Дорогой сэр», — писал Гуггем, — «уже почти месяц, как я имел удовольствие получить от вас письмо, и, конечно, вы удивляетесь, что до сих пор не ответил вам. Я собирался это сделать, но мне было крайне трудно найти желательные вам указания о миссис Шелли и о ваших детях. Я еще делал попытки узнать ее адрес, когда мне сообщили, что она умерла, покончила с собою самоубийством. Как вы можете себе представить, я сразу не поверил. Но я пошел к одному другу мистера Вестбрука и убедился, что дальнейшее сомнение невозможно. Ее вытащили из серпентины в последний вторник. Присяжные, производившие осмотр тела, не получили никаких или очень мало дополнительных сведений. Приговор был найден утонувший. Ваши дети здоровы и, насколько мне известно, находятся в Лондоне. Шелли уехал в Лондон в ужасном состоянии. Он с ужасом представлял себе эту белокурую детскую головку, на которую так часто смотрел с таким наслаждением, запачканную в речной тине и обезображенной, опухшей зеленого цвета, как у утопленников. Он делал 1000 предположений, что могло ее побудить, чтобы выбрать такую ужасную смерть и оставить детей. В Лондоне друзья его, Легент и Гуккем, приняли его с горячим участием и сообщили ему то, что могли узнать. Заметка в «Таймс» гласила: «Во вторник женщина, прилично одетая, беременная уже несколько месяцев, была вытащена из серпантины. На пальце у нее было ценное кольцо. Предполагают, что беспорядочное поведение довело ее до трагического исхода, так как муж ее находится за границей».
Кумушки в квартале рассказали следующее. Гарриет перестала получать письма от мужа по вине своей прежней квартирной хозяйки, которая не отсылала их по новому адресу и потеряла всякую надежду на то, что он когда-нибудь вернется к ней. Тогда она с отчаяния ударилась во все тяжкие. Она жила сначала с офицером, который должен был расстаться с нею, так как его полк послали в колонию. Потом, будучи не в силах переносить одинокую жизнь, сошлась с человеком, стоявшим очень низко, как говорят, каким-то грумом. В Вестбруке отобрали у нее детей и отказались принимать ее. Так она жила, беременная, одинокая, с ужасом думая о неизбежном позоре. Потом труп в реке. Шелли провел ужасную ночь, беременная, в последних месяцах. Это смерть, это безумие. Все воспоминания о Гарриет, такие отчетливые, такие интимные, назойливо лезли ему в голову, чтобы воссоздать в его воображении с ужасающей живостью эти последние сцены. Гарриет влюбленная, Гарриет испуганная, Гарриет в отчаянии, все эти выражения на ее лице он знал слишком хорошо. Это имя, которое в течение нескольких лет составляло для него почти весь мир, он должен был соединять теперь с самыми низкими, с самыми ужасными представлениями. «Гарриет, моя жена, в разврате! Гарриет, моя жена, утопленница!» Мгновениями он себя спрашивал, не на него ли падает ответственность. Всеми силами он отталкивал эту мысль. «Я сделал то, что повелевал мне долг. В каждый момент я делал то, что мне казалось наиболее честным, не думая о себе, о своих интересах, о своем эгоизме. Когда я оставил ее, мы уже больше не любили друг друга. Я широко снабдил ее средствами к жизни по мере моих собственных средств свыше этой меры. Никогда я не обходился жестоко с нею. Одни только отвратительные Вестбруки. Мог ли я пожертвовать жизнью и разумом ради посредственной женщины, которая мне изменила?» Его разум отвечал «нет». Его друзья Гикок и Хог, которые любовно собрались вокруг него, отвечали «нет». Он просил их, чтобы они ему это сказали еще и еще, ибо иногда, как молния, его сознание прорезывала мысль, что был какой-то мистический и высший долг, которого он не исполнил. Разбивая цепи традиции, освобождаешь в человеке неизвестные силы, которые действуют тогда самопроизвольно, и нет возможности предвидеть их грозные последствия. Свобода хороша только для сильных, для достойных, а Гарриет имела очень маленькую душу, и ему чудилось детское и белокурое личико утонувшей. Утром он написал Мэри нежное письмо. По контрасту он с удовольствием останавливался воображением на ее кроткой ясности. Он просил ее принять двух маленьких детей, и Анту, и Чарльза. Его адвокат только что известил его, что Вестбруки собираются оспаривать у него опеку над детьми под тем предлогом, что его религиозные взгляды и сожительство с мисс Годвин делают его недостойным воспитателем и опекуном. Глава 7. Правила игры. Может ли обряд прибавить что-нибудь к счастью влюбленных, искренно привязанных и доверяющих друг другу? События показали, что обряд может с волшебной силой подействовать на педанта. Годвин был невероятно доволен, когда узнал, что его дочь опять станет респектабельной, даже будучи леди Шелли. Этим он окончательно внушил своему бывшему ученику величайшее презрение к своему характеру. В течение нескольких дней обсуждали вопрос, прилично ли отпраздновать свадьбу почти на другой день после смерти Гарриет. Но эксперты в делах света утверждали, что нельзя больше откладывать освящение церковью Союза, которое уже дважды был освящен природой. Через 15 дней после того, как тело мистерис Шелли было вынуто из серпентины, Мэри и Перси были обвенчаны клерджменом,
в церкви святой Милдред в присутствии Годвина, который таял от восторга, и натянутый величественный мистерс Годвин. Вечером в первый раз после своего бегства супруги Шелли обедали на Скиннер-стрите. Фамильное празднество было довольно грустным. В этой маленькой столовой здесь жила Фанни, сюда приходила Гарриет, и тени погибших, грустные и неудовлетворенные, еще мучили живых. Правда, что прежний гнев Годвина сменился крайней любезностью благодаря утреннему обряду, но каждого из сидевших за столом осаждали свои собственные мысли, так что настоящей сердечности не могло установиться. Мэри в этот вечер записала просто в свой дневник: «Поехали в Лондон, было венчание, я читаю Честерфилда и Локка». У Мэри была здоровая голова, и маленькая утопленница, очевидно, не следовала за нею по стопам. Этот формальный брак принес, по крайней мере, одну выгоду. Аргумент о сожительстве отпал у тех, которые хотели отнять у Шелли детей. Но Вестбруки не сдавались. Голосом бывшего содержателя кофейной маленькие Чарльз и Анта Шелли обратились к лорду-канцлеру. «Наш отец», — говорили они, — публично объявил себя атеистом и издал нечестивое произведение, озаглавленное «Царица Маб», с примечаниями, и другое произведение, в котором отрицает существование Творца Вселенной, святость брака и наиболее священные принципы нравственности. По этим основаниям добродетельные и равномерно созревающие младенцы просили, чтобы их не отдавали на попечение к недостойному отцу, но к тем особам высокой нравственности, которые назначит суд, и, к примеру, указывали на своего деда с материнской стороны и возлюбленную тетку Элису. Адвокат, прозревая вероятные чувства лорда-канцлера, не стал защищать царицу Мабб, сознавая трудность такой защиты, он ограничился тем, что отвергал всякое значение за произведением, написанным в возрасте 19 лет. Несмотря на резкие филиппики мистера Шелли против брака, мистер Шелли женился два раза, еще не достигнув 25-летнего возраста. Едва он освободился от этих деспотических цепей, о которых он говорит с таким ужасом и презрением, как он кует себе новые цепи и опять делается добровольной жертвой. Думается, что такое очевидное расхождение между его мнениями и его поступками приведет лорда-канцлера к заключению, что нет основания серьезно считаться с ребяческим произведением. Что касается мысли о том, чтобы доверить детей родным их покойной матери, мы находим уместным напомнить, что мистер Вестбрук ни в какой мере не является подходящим опекуном для воспитания детей мистера Шелли. Против мисс Вестбрук выдвигаются еще более сильные возражения. Она почти безграмотна и вульгарна. И в особенности по ее совету, с ее соучастием и, видимо, по ее наущению, мистер Шелли, которому было тогда только 18 лет, похитил мисс Гарриет Вестбрук, которой было всего 17 лет. Между тем мисс Вестбрук, предлагаемая опекунша, приближалась в то время к 30-летнему возрасту, и если бы она действовала так, как была обязана в качестве верной хранительницы и друга своей сестры, то от скольких несчастий и позора были бы спасены обе семьи. Ловкость адвоката, рассчитывавшего доставить торжество своему клиенту, отказываясь его именем от убеждения его юности, показали Шелли нестерпимым лицемерием. Он составил декларацию для лорда-канцлера, в которой излагал, что его идеи о браке не изменились, а если он согласился подчинить свой образ действий обычаям света, то немало не отказывается от свободы критики. Лорду-канцлеру оставалось только занести это признание в свой приговор. «Мы находимся, — сказал он, — присутствие отца, который признает долгом, налагаемым на него его принципами, рекомендовать тем, над мнениями которых он имеет влияние, ведение такого образа жизни, как нравственного и добродетельного, который по закону считается безнравственным и порочным.
При таких условиях я не считаю себя вправе доверить ему детей. Тем не менее, лорд-канцлер не передал их также и Вестбрукам. Он их отдал на попечение некоего доктора Юма, военного врача, который подготовит Чарльза к вступлению в какую-нибудь хорошую школу, содержимую правоверным клерджименом. Маленькую Анту будет воспитывать мистрис Юм, которая научит ее молитвам утренним и благодарственным перед принятием пищи, будет ей давать для чтения нравственные книги и в случае надобности даже поэтов Шекспира, во всяком случае, в неполном очищенном виде. И это все за 100 фунтов в год с каждого ребенка. Мистеру Шелли предоставлено право видеться с ними 12 раз в году в присутствии свидетелей, мистеру Джону Вестбруку столько же раз, но наедине, если он этого пожелает. Это решение было крайне неприятно и тяжело для Шелли. Оно давало как бы официальную санкцию форме, которой нельзя было отказать в умеренности и рассудительности его изгнанию из общества цивилизованных людей. Это было точное свидетельство в неизлечимом сумасшествии. Пока тянулся процесс, он купил дом в прелестном местечке Марло. Ариэль согласился, наконец, поселиться в человеческом обиталище. Внушительная галерея была превращена в библиотеку и украшена большими копиями Венеры и Аполлона. Сад был большой, маленькая девочка редкой красоты играла там с Вильямом и Кларой Шелли. Это была Альба, дочь Байрона и Клэр. Отец ее находился в Венеции, где, по рассказам, вел очень рассеянную жизнь, и Клэр редко получала от него известия. Несчастья, недавно пережитые Шелли, наложили свой след на его лицо. Он похудел, больше волновался, больше горбился. Сильная боль в боку мешала ему спать, и врачи, не умея избавить его от нее, говорили, что она нервного происхождения. Настроение его было довольно мрачное, жизнь принесла ему столько страданий, его благие намерения были причиной стольких несчастий, что он стал бояться всякого действия. Он чувствовал смутную и сильную потребность устраниться от общества людей с их непредвиденными реакциями, со страшными взрывами их страстей. Каждая перемена в реальном мире только обманывала его ожидания, и он стремился найти пищу для своей любви и ненависти в другом мире, более податливом и покорном. Политические сюжеты, еще бесплотные и неопределенные, велись вокруг него как тени, питаясь его грустной мечтательностью, облекались плотью насчет его способности действовать. Эти воздушные сооружения, эти хрустальные дворцы, которые своей легкой дымкой так долго скрывали от него действительную жизнь, стали медленно отделяться, точно приподнятые невидимой силой. Они не рассеивались, но, мягко качаясь, поднимались во всем своем прозрачном сиянии к высоким областям чистой поэзии. На том месте, которое они занимали, Шелли увидел мир живых, темную землю, трудную для обработки, суровые и грубые лица мужчин, женщин, нервных и чувствительных, мир твердый и жесткий, от которого он желал бы бежать. Поэма, о которой он чаще всего думал, была история идеальной революции. Революция без кровавых сцен, которые делали для него тягостным чтение истории в других отношениях столь прекрасной французской революции. Он бы хотел, чтобы она была делом двух влюбленных. Его личный опыт доказывал ему, что только любовь женщины может вдохнуть великое мужество. Эти идиллические анархисты, Лаон и его возлюбленная Цитна, должны были быть портретами его самого и Мэри, перенесенными в другую обстановку. Он их возводил на костер, и они гибли за свои идеи, как бы он сам желал умереть в последнем поцелуе среди пламени, поцелуе столь сладостном, что самая казнь превращалась в своего рода утонченное чувственное наслаждение. Для него любовь достигала своей высшей силы только тогда, когда сливалась с общими
обоим влюбленным мыслями и страданиями. Теперь, когда Мэри и он, женатые, достаточно обеспеченные, вступили в новую, более легкую жизнь, ему хотелось бы убежать от этого слегка пошлого счастья, и он рисовал себе в воображении опасную и великолепную судьбу, какой могла бы быть его судьба в другие времена и в другой стране. Обдумывать свою поэму он отправлялся на маленькие островки на Темзе, обитаемые только лебедями, и, лежа на дне лодки посреди высоких трав, искал образов в переменчивой картине неба. Созерцание происходящих там тонких переливов и изменений доставляло ему бесконечное удовольствие. С каждым днем он все больше убеждался, что его настоящее призвание на земле — улавливать самые легкие, быстро ускользающие нюансы и закреплять их в словах, столь легких и прекрасных, как они сами. Все лето он провел за этой работой, потом поездка в Лондон стала необходимой. В деньгах опять чувствовался недостаток. Шелли должен был кормить столько ртов. На его иждивении, кроме Мэри и детей, была Клэр с дочкой и довольно часто семья Годвин. Его новый друг, легенд, с женой и пятью детьми, ему также надо было помочь. Пикоку он обещал 100 фунтов в год, чтобы дать ему возможность спокойно работать над своими прекрасными романами. Даже когда Чарли Клермонт, который был для него совсем чужой, встретился во Франции с прекрасной и бедной девушкой, то Шелли взял на себя заботу о приданом. Как прежде, он вынужден был обращаться к ростовщикам, чтобы утолить столь разнообразные аппетиты. «Вы, — сказал ему однажды Годвин, — как чистокровная лошадь, которую обсели мухи». К счастью для него, Мэри заботилась о том, чтобы сводить его на землю, и ей он это прощал, так как видел ее только сквозь образ Цитны из своей поэмы. Мэри, озабоченная хозяйка дома, недолюбливала этих слишком усердных посетителей, этого Пикока, который приходил каждый вечер без приглашения и выпивал целую бутылку вина. Она желала, чтобы Шелли продал дом в Марло, купленный с чрезмерной поспешностью. Она видела, что он там страдает от холода, и думала о более теплом климате для него, быть может, об Италии. «Дорогая любовь моя», — писала она ему в Лондон, — «я умоляю вас быть яснее в письмах и сказать мне все ваши планы. Вы поместили объявление о продаже дома, но сказали ли вы Медоксу все, что надо говорить покупщикам, которые могут явиться? Сделали вы выбор между Италией и морем? Знаете ли вы, как найти деньги для поездки туда и для покупки всех вещей, которые нам понадобятся перед отъездом? И можете ли вы сделать что-нибудь для моего отца, прежде чем уедем? Или не лучше ли будет поселиться в маленьком доме на морском берегу, чтобы уменьшить наши расходы? Вы еще не говорили Годвину о своих планах насчет поездки в Италию? Когда окончательно решите, то я бы хотела, чтобы вы ему сказали, по крайней мере, за несколько дней вперед. Сегодня я вышла в первый раз. Этот дом ужасно холодный. Я мерзла, сидя перед огнем, а как только вышла на улицу, то воздух оказался теплый и прозрачный. В следующие прогулки возьму с собой Вильяма. Пришлите для него меховую шапку, если возможно, с понедельничным дилижансом. Шапка должна быть круглая, как теперь в моде. Объясните хорошенько, что это для мальчика, чтобы вокруг была маленькая и узенькая позолоченная ленточка, которую можно было бы стянуть, если шапка окажется велика. Дети меня осаждают со всех сторон. Альба царапается и ревет. Вильям для забавы завернулся весь в шаль, а мисс Клара глядит на огонь. Прощайте, дорогая любовь моя. Не могу вам сказать, с какой тоской жду известий о вашем здоровье, ваших делах, ваших планах. Одним из предметов, доставлявших огорчение Мэри, было присутствие в доме Альбы. Соседям сказали, что она дочь одной молоденькой дамы,
посланная в деревню для поправления здоровья, но все могли видеть материнское обхождение Клэр, и не было недостатка в добрых душах, которые приписывали ребенка Шелли. Старые обвинения в сожительстве с двумя сестрами еще носились над супругами, и Мэри от этого очень страдала. Отчасти потому она желала поехать в Италию, что эта поездка даст ей возможность отвезти девочку к ее отцу. Шелли также стремился уехать поскорее. Семья, дружеские связи, дела воздвигали вокруг него кротко, но неустанно слишком крепкие стены, среди которых он задыхался. Маленькие волны светской жизни, коварные, как будто небрежно, но непрерывно подтачивали его волю, как она ни была тверда. В этой стране, где главный судья королевства лишил его общегражданских прав, он себя чувствовал постоянно, точно выставленный к позорному столбу. Он думал, что, уехав из Англии, он опять станет воздушным и легким духом, что в чужой стране его жизнь будет как белый лист, на котором он сможет начертать новое существование, как прекрасную поэму. Когда отъезд был решен, Мэри потребовала, чтобы детей окрестили. Она думала, что для их счастья будет лучше, если они вступят в жизнь с соблюдением всех правил. Шелли на это согласился, и в один день со своими детьми он окрестил дочь Байрона, дав ей имя Клара Аллегра. Глава восьмая. Царица из мрамора и грязи. Ясное итальянское небо — это верное небо без единого коварного облачка. Еще раз караван из трех спускался по направлению к стране забвения и солнца. Дети с кормилицами, сопровождавшие его, мало замедляли его быстрые и прихотливые передвижения. Через Монсени они достигли Милана, где сделали первую остановку, дожидаясь известия от Байрона, которому Шелли написал, чтобы сообщить ему о приезде его дочери. В Милане он целые дни проводил в соборе, читая «Ад» и «Чистилище». Ему особенно нравились три гигантские готические окна, распространявшие на хорах в соборе такой мистический свет. Церкви не внушали ему больше того отвращения, что прежде. С тех пор, как он много выстрадал, он с удивлением стал замечать, что только там находит обстановку, наиболее подходящую к его настроению и достойную величия человеческих страстей. Благодаря Данте и этой симфонии темных и горячих красок католицизм перестал ему казаться изобретением обманщиков. Пришел ответ от Байрона. Ни за что на свете он не желал видеть Клэр. Он уедет из всякого места, к которому она приблизится. Что касается маленькой, он охотно возьмет на себя заботу о ее воспитании, но с условием, чтобы никто не вмешивался. Шелли нашел эти условия суровыми и попытался добиться более мягких, но Байрон, у которого на первом плане было желание оградить свою жизнь от сцен с Клэр, отказался сделать малейшую уступку. Венецианец, которого они встретили в Милане, рассказал, что английский милорд ведет в Венеции развратную жизнь и содержит целый гарем. Это было не слишком успокоительно для будущего воспитания Аллегры, и Шелли советовал Клэр лучше отказаться от всякой помощи Байрона, чем доверить ему ребенка. Все расходы по обыкновению он брал на себя. Но Клэр была честолюбива, гордая происхождением Аллегры, она желала бы, чтобы дочь ее пользовалась его преимуществами. Она вполне доверяла Элизе, швейцарской кормилице, которая вырастила маленькую, и решила послать их вдвоем в Венецию. Несмотря на горячие предостережения Шелли, Аллегра была передана своему отцу. Вскоре о Кларе получились известия, вызвавшие в Клэр тревогу. Байрон держал у себя ребенка только несколько недель. Сначала он гордился ее красотой, которой восторгались все венецианцы, встречавшие ее на пьяцца.
Но он скоро утомился монотонной забавой и отдал девочку жене английского консула в Венеции мистрис Гопнер. «Кто такая эта мистрис Гопнер? Как она будет обращаться с чужим ребенком?» Элиза отзывалась о ней, что она очень добра, но Клэр начинала чувствовать страшное сожаление. В течение целого года она ни разу не расставалась с дочерью, она ее обожала. Это было единственное существо на свете, которое она могла называть своим, потому что ее семья оттолкнула ее, а любовник не хотел ее видеть. Шелли она показалась до того несчастной, что он предложил поехать с нею в Венецию, а Мэри, несмотря на то, что их совместная поездка была ей не совсем по душе, на это согласилась. Лакей Паоло, сметливый и деятельный человек, будет их сопровождать в качестве курьера. Чтобы не раздражать Байрона, который воспретил Клэр въезд во всякий город, где он будет находиться, они решили, что она остановится в Падуе, и там будет ждать результатов посольства Шелли. Но, очутившись на таком близком расстоянии от Аллегры, она не могла удержаться. Она думала, что ей удастся тайно повидать свою дочь, и села с Шелли в гондолу, спускавшуюся вниз по Бренте. Через лагуну они проехали вечером в сильную грозу, когда огни Венеции смутно светились через завесу дождя. На следующий день утром они поехали к Гопнерам, которые приняли их очень предупредительно и мило. Мистрис Гопнер тотчас послала за Элизой и ребенком. Аллегра очень выросла. Она была бледна, не такая живая, как прежде, но все же так же красиво. Потом говорили о Байроне очень долго. Гопнеры — очень порядочные люди старомодных воззрений, молодые влюбленные супруги, которые бы гораздо больше негодовали на все эти любовные интриги, если бы не смягчающее влияние венецианских нравов, рассказывали, качая головой. Уже на третий день своего приезда он себе достал, по его любимому выражению, гондолу и любовницу. Любовница была некая Марианна Сегати, жена торговца сукнами, который сдал поэту комнаты в наймы. Неосторожная сделка, но сукно продавалось плохо. Жене его 26 лет, у нее великолепные черные глаза, прелестный голос, хотя сама из мещанского круга она была принята в домах венецианской аристократии, где с удовольствием слушали ее пение. Что она должна была влюбиться в знатного иностранца, красивого, щедрого и гениального, это было так же неизбежно, как самые простые химические реакции. Что до венецианского торговца сукнами, то Байрон не жалел дукатов, а венецианская нравственность допускает, по крайней мере, одного любовника. Мистрис Гопнер, маленькая кроткая женщина с умными глазами, рассказала эту историю с тем грустным видом, какой имеют все порядочные женщины, когда говорят о порочном поведении. Ее муж с большой осторожностью и множеством оговорок прибавил, что это еще не все. По городу идет молва, что у английского сеньора где-то есть таинственный дом, где, не довольствуясь одной музой, он поселил всех 9 сестер. Возникла целая легенда. Проезжающие через Венецию англичане говорили о Нероне и Гелиогабале. Народ восторгался, а женщины под маской карнавала приставали к Байрону. Эти рассказы не были очень успокоительны для Клэр. Она спросила, что же ей делать. Консул посоветовал ей тщательно скрывать свое присутствие в Венеции, так как Байрон не раз говорил, что больше всего боится ее приезда сюда. В 3 часа Шелли пошел с визитом во дворец Мичениго, где Байрон оказал ему чрезвычайно любезный прием, так как Шелли был, может быть, единственным человеком в мире, с которым Байрон мог разговаривать серьезно, как равный с равным. Даже когда ему объяснили цель путешествия и желание Клэр видеть ребенка, он сохранил спокойствие и рассудительность. Он сказал, что очень хорошо понимает тревогу Клэр, но не может послать к ней Аллегру, ибо венецианцы, которые и так обвиняют его в прихотливости, скажут, что ребенок ему надоел, но он подумает и найдет средство все уладить. Затем он предложил прогулку верхом в Лидо.
Туда они поехали на гондоле через лагуну. Там, на длинном пляже, полузатопленном, усеянном водорослями и чертополохом, их ждали лошади. Шелли понравились эти пустынные пески, этот галоп почти посреди волн. Только мысль, что Клэр нетерпеливо ждет его у Гопнеров, несколько портила удовольствие. Байрон заговорил о глупом отношении к нему англичан. Приезжающие в Венецию англичане донимают его своим любопытством и подкупают его лакеев, чтобы посмотреть его спальню. Затем он коснулся несчастий, постигших Шелли, и горячо высказывал ему свое дружеское участие. «Если бы я был в Англии, я бы сдвинул небо и землю, чтобы вам отдали детей». Это навело его на тему о человеческой злобе, которой, по его мнению, не было границ. Люди ненавидят друг друга. Надеяться или желать, чтобы это изменилось, значит быть утопистом. «Почему, — сказал Шелли, — вы как будто не допускаете, что человек может подавлять свои инстинкты? Моя вера другая. Я думаю, что наша воля может нас облагородить. Если злоба и свойственна человеку по природе, это еще не доказывает, что она необорима». Байрон указал на патрицианский город, окрашенный темным пурпуром и золотом заката. «Сядем в гондолу, по дороге я вам что-то покажу». Когда они проехали несколько минут на гондоле, он сказал: «Смотрите на запад и слушайте. Не слышите ли вы, как звонит колокол?» Шелли тогда увидел на маленьком острове кирпичное здание, бесформенное, почти без окон, над которым возвышалась открытая башня, где черный колокол качался в пурпурном небе. К стуку весел примешивались отдаленные, словно придушенные крики. «Это, — сказал Байрон, — дом для умалишенных. Каждый вечер, проезжая по воде в этот час, я слышу, как колокол зовет сумасшедших к молитве». Вероятно, чтобы возблагодарить Создателя за его благость по отношению к ним. «Шелли всегда остается самим собой, — воскликнул Байрон, — неверующий и богохульник. И вы не умеете плавать? Берегитесь провидения, но вы только что говорили о победе над инстинктами. Не кажется ли вам, что скорее это зрелище есть изображение нашей жизни? Совесть — это колокол, зовущий нас к добродетели. Как эти сумасшедшие, мы повинуемся, не зная почему. Затем солнце садится, колокол замолкает, и это смерть». Он посмотрел на Венецию, которая в свете сумерек окрасилась в розовато-серый цвет. «Мы, Байроны, — сказал он, — умираем молодыми. Одинаково как со стороны моего отца, так и со стороны моей матери. Мне это все равно, но я хочу насладиться своей молодостью». На следующий день Шелли опять пошел к Байрону и был приятно удивлен, найдя его в самом сговорчивом настроении. Он предложил уступить Шелли и Клэр на 2 месяца виллу, которая была у него в окрестностях Венеции, выше Д'Эсте, и разрешил взять туда на некоторое время Аллегру. Шелли сразу согласился на эти великодушные условия и написал Мэри, чтобы она сейчас приехала к нему. «Я должен был принять решение без вас. Я сделал так, как мне казалось лучше, и вы должны, дорогая, приехать и выбронить меня, если я поступил неправильно, а если правильно, то поцеловать. Я сам не знаю, сделал ли я хорошо или дурно. События это покажут. Во всяком случае, мы здесь будем избавлены от неприятности искать знакомств, и вы найдете мистерис Гопнер, которая так добра, так прекрасна, так ангельски кратка, что если бы она была и так же умна, то была бы совершенно Мэри, но у нее нет вашего совершенства. Ее глаза — отражение ваших, и ее манеры точно такие же, как у вас, когда бываете с людьми, которых знаете и любите. Поцелуйте за меня наших голубоглазых деток. Старайтесь, чтобы Вильям не забыл меня. Клара еще слишком мала, чтобы помнить обо мне». Путешествие Мэри было очень тяжелое.
Во Флоренции у нее были затруднения с паспортами, задержавшие ее на довольно продолжительное время. Маленькая Клара, у которой прорезывались зубы, сильно страдала от жары, от утомления, от перемены молока и приехала в Эсте больная. 15 дней она оставалась в лихорадочном состоянии. Доктор в Эсте оказался совершенным невеждой. Шелли и Мэри решили повезти ребенка в Венецию, чтобы посоветоваться с лучшим врачом. В Фузине, австрийской таможне, их остановили и не хотели пропускать через лагуну. Шелли прорвался с неслыханной яростью и бросился в гондолу. У маленькой Клары появились какие-то странные конвульсивные движения ртом и глазами. В продолжении переезда она была почти в бессознательном состоянии. В гостинице симптомы еще ухудшились. Доктор сразу объявил, что нет никакой надежды. В 1 час она скончалась, по-видимому, без страданий. Мэри внезапно очутилась в вестибюле неизвестной гостиницы с мертвым ребенком на руках. Мистерис Гопнер пришла и увела ее к себе. Утром на следующий день гондола, в которую сел Шелли, отвезла маленькое тельце в Лидо, а Мэри постаралась стряхнуть с себя свою печаль. Это был один из принципов Годвина, что только слабые и малодушные люди предаются скорби, которая продолжалась бы недолго, если бы мы сами не потворствовали ей из своеобразного жестокого тщеславия страдать. Дочь Годвина разделяла его идеи на этот счет. Через день после похорон она записала в своем дневнике. Читала 4-ю песнь Чайльд Гарольда. «Идет дождь». Видела дворец дожей, мост вздохов и так далее. Была в академии вместе с мистерис Гопнер, видела несколько прекрасных картин, визит к лорду Байрону, встретилась там с Форнариной. Форнарина была новая любовница Байрона из простонародной среды с видом дикарки. «Вы увидите, что она красавица», — сказал Байрон Шелли. Большие черные глаза и стан Юноны, волнистые волосы, которые блестят при лунном свете, одна из тех женщин, которые, полюбив кого-нибудь, пойдут за ним в самый ад. Я люблю эту породу животных и, конечно, предпочел бы Медею всем женщинам в мире. В самом деле, это было странное животное, эта красивая булочница — и совершенно неукротимое животное. Она была так свирепа, что прислуга ее страшно боялась. Даже Тита, гигант-гондольер поэта, ревнивая, несносная, лживая, как демон, и невероятно смешная по виду с тех пор, как сменила свою прекрасную шаль на элегантные платья и шляпки с перьями, которые Байрон бросал в огонь, как только она их покупала. Но Байрон сносил ее безумные выходки, потому что она его забавляла. Ему нравились ее живость, ее венецианский говор, ее буйный темперамент. Общение с таким элементарным, близким к животному существом лучше, чем все остальное, давало ему отдых от умственного труда. Благодаря ей его поэма легко подвигалась вперед, в великолепном порыве, имевшем что-то общее с естественной и стремительной яростью океана и влюбленной женщины. Супругам Шелли, которые были сама цивилизация, это великолепное животное сильно не понравилось. Они обменялись грустными взглядами. В продолжении нескольких дней, проведенных ими в Венеции, Шелли ближе присмотрелся к жизни лорда Байрона и вынес о ней суровый приговор. Байрон развратничал с уличными женщинами, которых приводили к нему его гондольеры. Потом, недовольный собой, он объявил, что человеческий род достоин только презрения. Его цинизм казался Шелли только элегантной маской для прикрытия животных стремлений. Наконец, Шелли вернулись назад в Эсте. Им было грустно, что они возвращаются туда без своей маленькой девочки, но дом был веселый. В
саду виноградные шпалеры вели к прелестному павильону, который сделался любимым местопребыванием поэта. Оттуда виднелся на первом плане старый замок Д'Эсте. Потом, как зеленое море, гладкая равнина Ломбардии, на которой прекрасные виллы составляли как бы островки, купающиеся в туманном воздухе, а вдали уединенная Падуя. И Венеция со своими куполами и колокольнями, блестевшими золотом в синем, как сапфир, небе. Шелли работал. Он начал «Освобожденный Прометей» лирическую драму в подражании книге Иова. В стихах, легких, как взмахи крыльев, он старался передать меланхолическую красоту этого осеннего неба. Но как только падало сладостное возбуждение работы, он себя чувствовал забытым, одиноким. Ему казалось, что в этой хрупкой барке, которая уносила под чужим небом маленькую группу молодых изгнанников из Англии, скорбь стала на руле. Глава 9. Римское кладбище. Месяц спустя надо было вернуть Байрону его виллу и отвезти к нему Аллегру. Дождь и зима внушили Шелли желание переехать на юг. Чтобы быть счастливым, он имел потребность в тепле и симпатии. Непривычные климаты и незнакомые города возбуждали в нем меланхолию. Дорога в Рим велась посреди виноградников, уже покрасневших в эту пору. На каждом шагу встречались упряжки быков, белых как молоко, точно взятых из Вергилиевой эклоги. Они проехали Ферраро, затем Болонью, где видели столько церквей, статуй и картин, что голова их сделалась как портфель архитектора или магазин эстампов. Через Римини, Сполетто, Терни, города с романтической внешностью, въехали в римскую кампанию, совершенно пустынную, прекрасную и величественную. Когда они въезжали в город, над ними реял громадный коршун. В Риме величественная меланхолия развалин произвела на них большое впечатление. Шелли пришел в восторг от английского кладбища возле могилы Цестия, самого красивого и величественного из всех, какие он когда-либо видел. Ветер шелестел листьями деревьев над могилами женщин и детей. В этом месте хотелось бы покоиться. После продолжительного путешествия они прибыли в Неаполь и нашли дом, из которого открывался вид на синюю бухту, всегда одинаковую и всегда различную. Днем и ночью они видели, как слегка курился Везувий, и море отражало его огни и его тень. Климат был такой же, как весной в Англии, хотя не доставало непрерывного крещендо тепла, что придает такую прелесть странам умеренного пояса. Они посетили Помпею, Салерно, Пестум, прекрасные, но короткие видения, оставившие в уме бледные смутные образы, как полузабытый сон. Несмотря на всю эту красоту, они не были счастливы. Они никого не знали, и постоянное одиночество их маленькой группы становилось тягостным. Под этим прекрасным солнцем они с завистью думали о Ричмонде, Марло и даже Лондоне. Что значили эти горы и синее небо, когда у них нет ни одного друга? Удовольствие от общения с людьми — это альфа и омега существования, и окружающая красота природы, как она недействительна, рассеивается, как дым, когда думаешь о привычной обстановке, посредственной, быть может, самой по себе, но рассвеченной прелестными красками воспоминания. На улицах они с завистью смотрели на бедных людей, которым другие такие же бедные люди говорили «здравствуйте». Шелли, переполненный нежностью к людям, горестно удивлялся своему одиночеству среди них. Мэри в особенности страдала от того, что она везде чужестранка. Она снова была в начале беременности, Клэр ей сделалась невыносима, и у нее были серьезные домашние огорчения. Ее лакей, итальянец Паоло,
соблазнил швейцарскую няньку. Она хотела заставить его жениться, и когда, наконец, негодяй на это согласился, то вскоре уехал с женой, клянясь, что отомстит за себя. Затем Клэр была очень больна странной болезнью, которую Клэр плохо понимала. Недовольные, утомленные Неаполем, они решили возвратиться в Рим. Их волновала постоянная потребность перемены, как больного, который ищет свежего места в постели и переносит свое тело вместе с горячкой. Жара весной в Риме дурно действовала на маленького Вильяма. Доктор посоветовал им поскорее увезти его на север. Они собирались уезжать, как внезапно объявился сильный припадок дизентерии. 60 часов подряд Шелли не выпускал ручки своего маленького мальчика. Он к нему все более и более привязывался. Это был умный, любящий и чувствительный ребенок. У него были прекрасные шелковистые белокурые волосы, прозрачный цвет лица, глаза синие, живые и серьезные. Когда он спал, итальянские женщины приходили на цыпочках и показывали его друг дружке. Когда он был уже в агонии, доктор все еще надеялся его спасти. Он прожил еще 3 дня. Затем в полдень, когда ярко светило солнце, он умер. Его похоронили на английском кладбище, молчаливым уединением которого Шелли так восторгался. Ветер, как в тот раз, шелестел листьями деревьев, возле античной могилы посреди цветов и травы, озаренных солнцем, Шелли видел, как опустили в землю его маленького умершего мальчика. Фанни, Гарриет, маленькая Клара, Вильям. Ему казалось, что его окружает чумная атмосфера и заражает одного за другим всех, кого он любит. Молодая супружеская пара, которую боги, точно забавляясь этим, поражали такими жестокими ударами, переносила их до сих пор с мужеством. Но на этот раз Мэри перестала бороться. Шелли увез ее за город, в прекрасную виллу, но ей все было безразлично. Она все думала о маленьких ножках, ступающих по песку неаполитанского пляжа, о прекрасных наивных выражениях, передающих с такой живостью чувства ребенка, любовь, удивление, удовольствие. Не двигаясь, устремив глаза вдаль, как в оцепенении, она ни о чем не говорила, только беспокоилась о римской могиле. Она хотела, чтобы на могиле ее прекрасного ребенка был поставлен белый мраморный камень, посажены цветы. Годвин, которому написали об ее грусти, упрекал ее за нее. Высказывая такую банальную скорбь, она уменьшала свое достоинство, она становилась в ряд со всей массой своего пола. Чего ей не доставало? У нее любимый муж, богатство и возможность стать полезной человечеству. Но вы потеряли ребенка, и весь остальной мир, все, что в нем есть хорошего, все, что имеет право на ваше деятельное сочувствие, все это ничто, потому что умер 3-летний ребенок. Даже Шелли кротко пенял ей: «Дорогая моя Мэри, куда ты ушла, оставив меня в этом бессердечном мире? Твоя оболочка здесь, прекрасная, как всегда, но ты... Ты удалилась по пустынной дороге, которая ведет в мрачные обители скорби». А у него было свое воздушное убежище, и когда он уходил туда, печальная драма его жизни представлялась ему только нелепым кошмаром. Там он заканчивал своего Прометея, новое переложение единственной темы всех его произведений — борьбы духа против материи, борьбы свободного человека против мира. Юпитер там играет роль лорда Кестлери. Скованный титан — это другой Шелли, жертва, исполненная надежды и веры в окончательное торжество добра. Прекрасное безоблачное небо, теплые порывы западного ветра — все ему служило предлогом, чтобы воспевать этот отчаянный оптимизм, который не могло поколебать никакое несчастье.
О, ветер, преврати меня в твою лиру, такую же, как та роща, которая поет твоим дыханием. Пусть листья мои опадают, как листья деревьев, но пусть из уст моих раздается трубный звук пророчества для уснувшей земли. О, ветер, если наступает зима, то может ли весна быть далеко? Когда приблизились роды Мэри, они уехали во Флоренцию, где можно иметь хорошего врача. Лучшим врачом была сама Флоренция, город, где можно переносить одиночество без горечи. Во Флоренции живешь вместе с Данте, садишься рядом с Савонароллой, видишь, как перед тобою проходит Джотто. В церквях все еще продолжается дружеское соревнование Брунеллески и Донателло. Когда статуи стоят на улицах, то чувствуется, что это их настоящее место. На площади Давид-победитель бросает вызов Нептуну с его глупым видом и неуклюжему Геркулесу Бандинелли. Меньше страдаешь от того, что не знаешь проходящих людей, когда видишь детей Делла Робби. Шелли любил смотреть на город с высот Сан-Миниато. Розовые кровли рисуются отчетливыми очертаниями. Арно, вздувшись от дождей, катит свои желтые воды между старыми домами, которые точно сбежавшийся народ столпились на берегах и мостах. Вдали равнина, окаймленная на горизонте синеватыми холмами. В этой атмосфере, насыщенной духовными влияниями, Мэри опять приобрела вкус к жизни, роды у нее были благополучные и скорые. Когда она взяла своего младенца на руки, то улыбнулась в первый раз со дня смерти Вильяма. Она дала ему имя Перси Флоренция. Глава десятая. Одна жена одному мужу. В жизни все приходит не в одиночку, а рядами. Одно знакомство ведет за собой другое. Мэри и Перси, которые так страдали от одиночества, внезапно, без всяких стараний с своей стороны, очутились в центре маленькой и оживленной группы. Это чудо сделалось случайно. Началось с того, что Шелли почувствовал боль в боку. Ему был вреден ветер с Апеннин, который зимой во Флоренции бывает очень суров, и доктор посоветовал ему перебраться в Пизу, лучше защищенную от ветров. Туда приехал к нему один из его кузенов, Том Медуин. Это был отставной офицер индийской армии, любитель литературы, искавший знакомство с единственным родственником, имевшим отношение к литературе. Он был в высшей степени скучный, но порядочный человек, и он познакомил супругов Шелли с прелестной парочкой — Вильямсами. Эдуард Вильямс был, как Медуин, отставной драгунский офицер. Он должен был выйти в отставку из-за плохого состояния здоровья, так, по крайней мере, передавали. Это был славный малый, чистосердечный, простой, без претензий, который всем интересовался. Он очень понравился Шелли, а жену его они нашли прелестной, очень хорошенькая, с утонченными манерами, превосходная музыкантша. Сразу между двумя парами возникла глубокая симпатия, и Шелли познали, наконец, эту приятную жизнь с неожиданными визитами, с деликатными похвалами, с тем доверием, которое составляет очарование истинной дружбы. Как только образуется группа, одинокие люди к ней присоединяются. К ним примкнул ирландец граф Таафе, грек князь Маврокордато и один необыкновенный итальянский патер с лицом дьявольским и проницательным по имени профессор Паккиани, прозванный пизанским дьяволом, аббат без религии, профессор без кафедры, большой любитель женщин и картин, антиквар, всеобщий поверенный, эксперт и посредник. Он всегда знал, где можно нанять палаццо, и получал комиссию от нанимателя и от владельца.
мог рекомендовать учителя итальянского языка и делился с ним платой за уроки или с таинственным видом шептал на ухо путешествующему англичанину имя маркизы, который желает продать картину Андреа дель Сарто. В первый же день знакомства он везде делал со своим человеком Мэри и ее приятельницу Джен, он звал прекрасными англичанками и забавлял их, раскрывая им интимную историю знатных пизанских фамилий, с которыми был близок и состоял у них поверенным. Одна из рассказанных историй сильно взволновала Шелли. Граф Вивиани, один из самых значительных людей в городе, недавно женился вторым браком на женщине гораздо моложе себя. От первой жены он имел двух прелестных дочерей, и новая графиня из ревности к красоте этих девушек добилась от мужа, что тот их заключил в монастырь в Пизе. До той поры, пока кто-нибудь не пожелает жениться на них без приданого. Профессор, который знал молодых графинь с детства, с энтузиазмом говорил об их красоте и уме. Особенно старшая Эмилия была своего рода гением. «Бедняжка», — говорил Паккиани, — «она там сидит, как птица в клетке, ее молодые годы проходят бесцельно, между тем она создана для любви. Вчера она поливала цветы в своей келье». «Да», — сказала она, — «цветы рождены, чтобы прозябать, но мы, мыслящие существа, мы рождены для того, чтобы действовать, а не для того, чтобы увидать в неподвижности». «Этот монастырь Святой Анны — ужасное место. Сейчас там пенсионерки дрожат от холода. Вместо печки у них глиняный горшок с кучкой горячего пепла. Поглядеть на них жалость берет». Этот рассказ пробудил в Шелли все его чувства странствующего рыцаря, уснувшие в продолжении нескольких лет спокойной семейной жизни. Он задавал тысячу вопросов и так негодовал на старого графа, так интересовался его прекрасной жертвой, что Паккиани не мог устоять против искушения сделаться посредником. Посредничество в такого рода делах есть последняя вспышка старческой чувственности, и предложил повести его в монастырь Святой Анны. Это был действительно жалкий дом. Посетители вошли через развалившийся портал, аббат пошел за Эмилией, и вскоре Мефистофель вернулся с Маргаритой. Он не преувеличил, когда говорил о красоте молодой девушки. Ее черные волосы были убраны просто, как у греческой музы. Ее совершенный профиль казался выточенным резцом первоклассного скульптора. Бледность лица подчеркивала блеск глаз с выражением полусонным и глубоко страстным, выражение, которым славятся восточные женщины, но некоторые итальянки превосходят их. Как только она вошла в приемную, Шелли почувствовал, что влюблен в нее, любовью, которая не была плотским желанием, но потребностью самопожертвования и восхищения, потребностью пожертвовать собой ради предмета своего восхищения. В глубине своей души он всегда хранил этот образ совершенной физической красоты, слитой с красотой нравственной, которой он будет рыцарем. Андромеды, Персея, принцессы Святого Георгия, миф, который таился в каждой испытанной им любви, который побудил его похитить Гарриет, чтобы освободить ее от отца, который вызвал в нем любовь к Мэри, потому что она была несчастна, смесь чувственности и сострадания в пропорциях, неизвестных ему самому, чувство, несколько смутное в начале, но которое он сумел очистить и которое возвышало до экстаза его силу поэтического творчества. Долгое время он думал, что нашел в Мэри эту мистическую возлюбленную, и она в действительности походила на нее в той мере, в какой женщина может походить на богиню. В первый раз, может быть, действительное лицо, выступившее из тумана, которым облекла ее фантазия Шелли, когда туман рассеялся, все-таки почти совпадало со своим идеальным образом.
Тем не менее, жизнь сообща раскрыла в ней такие черты, которые не могли принадлежать божественному видению. Мэри, мать семейства, хозяйка дома, была суше и практичнее, чем героическая и нежная молодая девушка на Скиннер-стрите. То, что Шелли называл ее умственной ясностью, было недалеко от холодности, и ревность ее часто переходила в мелочную придирчивость. Но главное, он ее слишком хорошо знал, и поэтому не мог больше связывать свои мечты с образом, принявшим столь отчетливые очертания. Но в этой красивой таинственной Эмилии богиня могла воплотиться, потому что о ней он ничего не знал. Он встретил, наконец, в этом чужом монастыре то дивное и ускользающее видение, за которым он гнался с отроческих лет, и которое каждый раз, как он полагал, что схватил его, исчезало, оставляя вместо себя женщину из плоти, оскорблявшую его чувствительность. Когда Эмилия вошла в приемную, она заговорила с птичкой, которая находилась там в клетке, и речь ее показалась Шелли в высшей степени поэтической. «Бедная крошка, ты умираешь с тоски, как я жалею тебя, как ты должна страдать, слыша призывы подружек, которых стаями различные ветры уносят в неизвестные края, как я ты обречена окончить здесь свое жалкое существование, о, зачем я не могу освободить тебя?» Она с большой охотой импровизировала таким образом на итальянский манер целые поэмы в прозе, не лишенные легкости и силы. Шелли нашел ее гениальной. Он попросил у нее позволения еще раз прийти, привести с собой жену и своячницу. Она охотно согласилась. Рассказав Мэри об этом визите, он не скрыл от нее, какие чувства он испытал. Оба они были большие любители Платона, и Мэри знала о той любви, которая состоит только в созерцании высшей красоты. Она бы предпочла, чтобы предметом созерцания была статуя, или чтобы Шелли, как Данте, никогда не сказал бы ни одного слова со своей Беатриче. Тем не менее, когда Шелли попросил ее пойти с ним вместе к прекрасной узнице, она пошла охотно. Она признала, что Эмилия была очень красива в стиле греческой статуи и поразительно красноречива, но в глубине сердца думала, что предпочла бы стыдливую сдержанность англичанок этому слишком экспансивному итальянскому гению. Она нашла, что Эмилия говорит с большим оживлением, что ее жесты выразительны в такой мере, что Грация от этого страдает, что всего приятнее смотреть на нее, когда она молчит. Но Мэри не выразила своих впечатлений и обошлась с ней очень дружелюбно. Клэр, более пылкая, была захвачена сразу, как Шелли. Мэри приносила узнице маленькие подарки, книги, золотую цепочку, а Клэр, которая была бедна, предложила то, что могла, уроки английского языка, на что Эмилия с радостью согласилась. Между монастырем и Пизой завязалась непрерывная переписка. Так и сыпались обращения: «Дорогая сестра, обожаемая Мэри, чувствительный Перси». Но «дорогая сестра» Мэри бывала иногда несколько холодна, но муж ваш объяснил мне, что этот холод только пепел, покрывающий любящее сердце. Правда заключалась в том, что дорогая сестра Мэри несколько тревожилась. Шелли уже создал вокруг Эмилии один из тех воображаемых миров, куда он любил удаляться. Он сочинял для нее большую любовную поэму, которая должна была быть такой же мистической, как «Ла Вита Нуова» Данте или сонеты Шекспира. Там он излагал свою доктрину о любви. «Я никогда не принадлежал к многочисленной секте исповедующих, что каждый должен избрать одну возлюбленную или одного возлюбленного»,
а все остальное предать забвению, сколько бы красоты и мудрости ни было в остальном. Такова, однако, вера этих бедных рабов, которые тащатся усталые по большой дороге к своему жилищу среди мертвых, искованные со своим единственным другом, часто с ревнивым врагом, совершают свое длинное и бесплодное путешествие. Истинная любовь тем и отличается от золота, как и от глины, что она не уменьшается, если ее разделить. Любовь как разум, который тем живее, чем больше истин он созерцает. Узко сердце, которое любит, узок разум, который созерцает только один предмет. В поэме был портрет Эмилии, сплошной гимн ее красоте, теплому аромату, который исходит от нее и мог бы напоить сухой ветер, аромату слишком тонкому, чтобы быть воспринятым чувством, сиянию ее божественной души, просвечивающему сквозь тело, подобно тому, как луна, неугасимо прекрасная, дрожит за тучей в спокойном небе в летнюю ночь. Супруга, сестра, ангел, кормчий моей судьбы, без которой не освещена ни одна звезда, Эмилия, корабль качается в гавани. И это было страстное приглашение поехать в страну, несуществующую и прекрасную. Там мы сольемся в одно существо, сольются наши дыхания, мы соединимся грудь с грудью, наши сердца будут биться вместе, экстаз столь сладостный, что от него умирают. Хотя Мэри повторяла себе для собственного успокоения, что все эти прекрасные вещи обращены к божественной сущности Эмилии, а не к красивой девушке с черными волосами, ей было неприятно видеть эту чрезвычайную экзальтацию, с которой работал Шелли. К счастью, поэтический труд поглощал его до такой степени, что он не имел времени посетить свою героиню. И пока этот платонический любовник нагромождал свои воздушные образы, Эмилия получила от графа своего отца совершенно циничные предложения. Граф Вивиани нашел супруга, который был готов взять ее без приданого. Отец требовал от нее немедленного решения. Муж был малопривлекателен, это был некто Блонди, который постоянно жил в дальнем имении посреди болот. Она никогда не видала его и не должна была увидеть до дня свадьбы. Это обручение на турецкий лад внушало ей отвращение, но на что она могла надеяться? Король эльфов, женатый на очень реальной Мэри, не выведет ее из застенка. Если она выйдет замуж за этого Блонди, то жизнь ее, во всяком случае, переменится. Если человек ей не понравится, она встретит других. Ухаживатели должны найтись и среди болот. Шелли еще не кончил своей поэмы, как узнал, что Эмилия выходит замуж. Шесть месяцев спустя Мэри писала к подруге. Эмилия вышла замуж за Блонди, говорят, что она делает жизнь для него и для его матери не сладкой. Окончание нашей итальянской дружбы напоминает мне детскую песенку «Я встретил хорошенькую девочку, она мне сделала реверанс. Я предложил ей сладких пирожков, предложил ей вина, предложил ей леденцов, но, увы, какая скверная маленькая девочка, она попросила у меня водки». Замените водку тем, что нужно для ее покупки, и немаленькой суммой, и вы будете знать всю историю платонической любви Шелли. А Шелли прибавил: «Я видеть не могу своей поэмы. Особа, которую я воспел, была облаком, а не богиней. Думаю, что всегда бываешь влюблен в то или другое. Заблуждение, которого трудно избежать, состоит тут в том, что под смертной оболочкой имеешь образ того, что может быть только вечным». Глава 11. Ле кавалере Сервант.
После отъезда из Венеции Клер в первое время получала регулярно от Гопнеров известие об Аллегре. Девочка страдала от холода. Она сделалась спокойной и серьезной, как маленькая старушка, и миссис Гопнер была того мнения, что лучше было бы увести ее из Венеции. Но невозможно было добиться толку от ее отца, который все больше и больше погружался в разврат. Потом прошло несколько месяцев без всяких известий. Клэр, очень встревоженная, все настойчивее и убедительнее писала к жене консула, но не получила никакого ответа. Это молчание ей показалось странным. Наконец она узнала, что в жизни лорда Байрона произошли большие перемены. Началось с того, что он серьезно заболел и должен был лечь в постель. Гопнер навещал его, чтобы не оставлять одного, и тогда-то рассказал ему, что его любовные приключения произвели в венецианском обществе совсем не тот эффект, на который он рассчитывал и надеялся. Эффект был комический, и все забавляются на его счет. Говорят, что хитрые девчонки его обманывают и обкрадывают, а потом насмехаются над ним на своем венецианском жаргоне. Дон Жуан пришел в ярость и тотчас прогнал всех жриц из дворца Мочениго обратно в их трущобы. Когда Байрон выздоровел, он опять стал показываться в венецианских салонах, где его давно не видели. Там он встретил красавицу сезона, маленькую графиню Гвичоли, недавно вышедшую замуж за знатного старика. Чарльз Гарольд нашел, что она превосходно сложена, особенно хороша была грудь. В первый же день, выходя из салона, он сунул ей записочку, которую она ловко приняла. Это была просьба о свидании. Тот, кто уверял ее в своей любви, был великий поэт, молодой, красивый, знатный и богатый. Против такого множества очарований она не могла устоять и сдалась тотчас же, без борьбы. Через несколько дней граф Гвичоли увез жену в Равенну, и Тереза просила Байрона последовать за нею. Красавица забыла, что стоит свистнуть, и мужчина побежит куда угодно, до, но после. Мысль о любви романтической и постоянной была ему ненавистна. Он не тронулся с места, в душе даже гордился своим отказом. Из Равенны она ему написала, что очень больна, и то, что не могла сделать любовь, сделала жалость. Дон Жуан пустился в дорогу, останавливаясь на пути в Феррари и в других городах, чтобы воздать должное местным красавицам. Хотя притворно он выказывал равнодушие и даже скуку, поехал он довольно охотно. Интеллигентные женщины, как леди Байрон или Клэр, очень скоро надоедали ему. Он слишком презирал этот пол, чтобы желать найти в любовнице интеллектуальную подругу. Красивые булочницы и торговки в Венеции были совсем другой породы, чем он, и слишком ему чужды. Но графиня Гвичоли была как раз по нем. Ее глупость давала ему умственный отдых, но вместе с тем в ней была прелесть хорошо воспитанной женщины, поэтому она без особенного труда привязала к себе вечного беглеца. Дон Жуан сделался для нее верной и даже сентиментальной сиделкой. «Если я потеряю ее, то потеряю существо, подвергавшееся ради меня большим опасностям и достойное моей любви по многим основаниям. Я не знаю, что сделаю в действительности, если она умрет, но я должен был бы застрелиться, и надеюсь, что так и поступлю». Когда графиня Гвичоли должна была покинуть Равенну и переехать в Болонью, побежденный победитель последовал за нею, он сделался классическим чичезбеем. Но я не могу сказать, чтобы не чувствовал унизительности этой роли. Лучше быть неудачным плантатором, лучше быть траппером или чем угодно, чем говорить комплименты и носить веер. И вот я все-таки кавалере серванте. Клянусь небом, это странное ощущение.
Клэр узнала о всей этой истории и о том, что Байрон перевез Аллегру в Болонью. Ее привела в ужас мысль, что ее дочь живет в доме новой возлюбленной Байрона, не имевшей никаких оснований любить ее и имевшей, быть может, некоторые основания ненавидеть. Она написала горячее письмо с требованием, чтобы ей отдали ребенка. Байрон ответил: «Я так решительно не одобряю того воспитания, какое дети получают в доме Шелли, что послать к вам мою дочь для меня все равно, что отправить ее в госпиталь. Или она поедет в Англию, или я отдам ее в монастырь, но она не оставит меня для того, чтобы умереть от голода или от объедания незрелыми фруктами, и чтобы ей внушили веру, что Бога нет». Получив это письмо, Клэр с горьким сарказмом отметила в своем дневнике: «Письмо от лорда Байрона о незрелых фруктах и о Боге». Но она много плакала. Аллегра в монастыре итальянских монахинь, не имеющих представления о чистоплотности и ни капли любви к детям, этот проект казался ей ужасным. Она писала Байрону отчаянные, гневные, почти дерзкие письма, а тот написал Шелли, жалуясь на ее отношения и предупреждая, что на будущее время откажется от переписки с нею. «Я не знаю, — ответил Шелли, — что содержится в письмах Клэр. Я видел одно или два, и так как мне они показались нелепыми и детскими, я просил ее не посылать их, и она мне сказала, что написала и отправила другие. Удивляюсь, что вы раздражаетесь тем, что пишет Клэр. Естественно, что она желала видеть свою дочь, что отказ ее раздражает, и раздражение заставляет ее писать глупости. Все это в порядке вещей. Бедная Клэр, она несчастна, и здоровье ее тоже плохо. С нею бы следовало обходиться с величайшей мягкостью. Слабые и впечатлительные существа подобны королям в том отношении, что не отвечают за свои поступки». Он сам нуждался в этой возвышенной точке зрения, чтобы владеть собой и не поддаваться женским дрязгам, которые внесли смуту в его собственный очаг. Мэри становилась все более и более нервозной. Годвин не давал ей покоя беспрестанными просьбами о деньгах, и Шелли решил оставлять их без ответа. Так как письма Годвина, полные упреков, вредно отзывались на кормящей Мэри, он написал философу, что отныне будет задерживать и уничтожать его письма, если в них будет идти речь о деньгах. Мэри не имеет и не должна иметь денег в своем распоряжении. Будь они у нее, то все бы отдала вам. У такого отца, я хочу сказать, у такого гения, как вы, не может быть недостатка в других темах для переписки с дочерью. Мне нет надобности говорить вам, что если перестанете совсем к ней писать, теперь, когда убедитесь, что ваши письма не доставляют вам больше денег, то это обстоятельство, возможно, будет истолковать только одним единственным образом. Ариэль терял свою воздушную нежность. Он уже дал своему тестю около 5000 фунтов без всякого результата и за эту высокую цену приобрел только горькое сознание, что имеет дело с характером, лишенным благородства. Мэри беспокоится об отце, Клэр беспокоится о ребенке, та и другая в вечном раздражении. Их общее восхищение перед единственным мужчиной в доме скорее ослабляло, чем усиливало их взаимную привязанность. Мэри делала все, чтобы Клэр поняла, что она их стесняет, и она, наконец, еще раз покорилась. Старая английская дама нашла ей место гувернантки во Флоренции. Она уехала. Шелли писал ей длинные нежные письма. Письма были совершенно невинные. Шелли, однако, не показывал их Мэри и просил Клэр не упоминать о них, когда будет писать к сестре. Необходимость скрываться была ему тягостна. Он понимал любовь как общение в мыслях и действиях, настолько полное, что всякие объяснения между влюбленными становились бы излишними. Но то, что принесла ему жизнь, было менее совершенно, и это надо было принять. Чистая истина — это смертельный яд
для некоторых умов, и Мэри переносила истину только в крайне разбавленном виде. Глава 12. Р. Б. Гопнер к Байрону, Венеция, 15 сентября 1820. Дорогой лорд, вы удивляетесь, что я изменил свое мнение о Шелли? Конечно, это мнение не то, что было раньше, но если я открою вам эту ужасную тайну, то рассчитываю, что супруги Шелли не будут знать, что эта тайна вам известна. Молчание ваше необходимо столь же ради этой несчастной женщины, сколько ради меня и миссис Гопнер. Я уверен, что вы найдете мою просьбу разумной и исполните ее, а теперь я вам расскажу всю правду. Вы должны ее знать для блага Аллегры, ибо это укрепит вас в принятом вами решении не отдавать Аллегру ее матери. Знаете, что когда Шелли жили здесь, Клэр была беременна от Шелли. Помните, вы слышали, что она постоянно больна и всегда лечится у доктора? Я имею бессердечие думать, что, проглотив огромное количество лекарств, она это делала не с единственной целью поправить свое здоровье. Теперь мне понятно также, почему она предпочитала оставаться одной в Эсте, несмотря на страх перед привидениями и ворами, чем жить здесь вместе с Шелли. Как бы то ни было, они уехали отсюда в Неаполь, где раз ночью Шелли позвали Клэр, сильно заболевший. Жена его, естественно, нашла странным, что позвали именно его, хотя характер их отношений был ей неизвестен. Она имела достаточные доказательства равнодушия к ней Шелли и ненависти к ней Клэр. Так как Шелли выразил желание, чтобы она не беспокоилась, то она и не позволила себе вмешаться. Послали за акушеркой, и достойная пара, ничего не приготовившая для несчастного ребенка, когда он появится на свет Божий, заплатила ей, чтобы она отнесла его в воспитательный дом, где он и был помещен через полчаса после своего рождения. За приличную сумму они купили молчание врача. Миссис Шелли очень беспокоилась о Клэр, когда та лежала после родов, но не могла ее навестить. Эти скоты вместо благодарности за ее внимание к Клэр только сильнее выказывали ей свою ненависть, вели себя по отношению к ней самым отвратительным образом, и Клэр всеми силами старалась, чтобы муж ее бросил. Бедная миссис Шелли, какие бы подозрения ни были у нее, ничего не знает о приключении в Неаполе, и так как это может только прибавить ей горе, то лучше, чтобы она не знала. Мы все это знаем от Элизы. Она провела здесь лето с одной английской дамой, которая очень хорошо о ней отзывалась. Она также рассказала нам, что Клэр, не стесняясь, говорит миссис Шелли, что желает ее смерти, и спрашивает у Шелли в ее присутствии, как он может жить с подобным созданием. Я думаю, что после этого рассказа вы не будете больше удивляться моему дурному мнению о Шелли. Я признаю его таланты, но не могу допустить, что человек может быть антиморальным до глупости, как вы говорите, и обладать честью. Я слыхал, как говорят о чести воров, что честь означает только их собственный интерес. И хотя возможно, что интерес Шелли состоит в том, чтобы казаться достойным уважения, наперекор открыто исповедуемым им взглядом, для меня все-таки ясно, что ни один из его поступков не внушен честью. Боюсь, что письмо написано бессвязно, но не могу заставить себя вторично заниматься этим отвратительным предметом. Надеюсь, что и в этом виде оно будет для вас понятно. Прощайте, дорогой лорд. Верьте моей неизменной преданности, Р. Б. Гопнер. Байрон Гопнеру. Дорогой Гопнер, ваши письма и бумаги получились, хотя с опозданием, так как одна почта была пропущена. История Шелли должно быть правда, хотя Элиза тут вроде свидетеля обвинения. Припомните, как сильно она желала вернуться к ним. Теперь она их бросает и ругает их. Что касается фактов,
то в них не может быть сомнения. Это так на них похоже. Будьте уверены, что я последую вашему совету. Всегда ваш Байрон. Глава 13. Молчание лорда Байрона. Байрон пригласил Шелли в Равенну поговорить о чем-то важном, и Шелли нашел его в блестящем виде. Лицо, прежде изнуренное венецианским развратом, свело здоровьем. Царствование Гвичоли положило конец унизительным похождениям. Даже лакей Флетчер приобрел прежнюю полноту, как тень, которая расширяется вместе с утолщением производящего ее тело. Дом был великолепный, обстановка царственная. На мраморной лестнице Шелли встретил животных всякого рода, которые жили там, как у себя. 8 громадных псов, 3 обезьяны, 5 кошек, орел, попугай и сокол улаживали здесь свои ссоры по-домашнему. В конюшнях стояло 10 лошадей. Байрон принял его чрезвычайно любезно, и два друга провели всю ночь, читая и обсуждая стихи. Новые песни Дон Жуана привели Шелли в восторг. Всегда, когда Шелли соприкасался с гением Байрона, он отчаивался в собственных силах. Рядом с этими могучими созданиями его собственные стихи казались ему довольно жиденькими. Он сказал Байрону, что считает его достойным написать поэму, которая была бы для нашей эпохи тем же, чем «Илиада» была для греков. Но Байрон заявил, что будущая слава его мало интересует, а истинная поэзия для него та, которая продается по 1000 фунтов за песню. Еще раз, анахорет должен был приноровиться к образу жизни эпикурейцам. Вставать в полдень, завтракать в 2, работать до 6, прогулка верхом от 6 до 8, обед, потом беседа до 6 часов утра. Кроме своих поэм, Байрон заговорил с Шелли еще о чем-то. В первый же день он дружески поведал Шелли, какие неприятные истории распространяются о нем среди английской колонии в Италии, и хотя обещал Гопнерам не выдавать их, показал ему письмо с обвинениями Элизы. Он утверждал, впрочем, что ни на минуту не поверил этой нелепой истории, но Шелли был глубоко опечален тем, что Гопнеры с такой легкостью поверили клеветникам. Он тотчас написал жене. Шелли к Мэри Шелли. Лорд Байрон рассказал мне историю, которая крайне волнует меня, потому что свидетельствует о такой отчаянной злобе, которую я не в силах объяснить. Когда я слышу подобные вещи, то мое терпение и моя философия подвергаются тяжкому испытанию, и я с трудом удерживаюсь, чтобы не скрыться куда-нибудь, где бы я мог больше никогда не видеть человеческого лица. Кажется, что Элиза, тут он передал Мэри все обвинения, изложенные в письме Гопнера, можете вообразить, как трудно мне с моей слабой и чувствительной натурой продолжать вести борьбу среди этого дьявольского общества людей. Вам бы следовало написать Гопнеру письмо с опровержением обвинения и с доказательствами ваших утверждений, если, разумеется, вы верите, знаете и можете доказать, что это обвинение ложно. Мне нет надобности диктовать то, что следует сказать, не внушать вам ту горячность, которая необходима для того, чтобы окончательно уничтожить клевету, что только вы одна и можете сделать. Пришлите письмо сюда, а я его перешлю Гопнерам. Мэри Шелли к Шелли. Мой дорогой Шелли, хотя я была поражена свыше всякой меры, но тотчас написала прилагаемое письмо. Спишите копию для меня, если только будете в силах, я не могу. Спишите также отрывок вашего письма, в котором изложено обвинение. Я пробовала списать, но не могла. Мне кажется, я бы скорее умерла. Посылаю также последнее письмо от Элизы. Приложите его или нет, как найдете лучше. Я писала вам вчера совсем в другом настроении, о мой возлюбленный. В самом деле, наше судно теперь качает буря, но только любите меня, как всегда, и пусть Бог хранит наших детей, а с врагами мы справимся.
«Прощай, мой дорогой, смотри за собой. Несмотря на все, все идет хорошо. Удар, который я испытала, уже прошел, и я презираю клевету, но она не должна остаться без опровержения. Я искренне признательна лорду Байрону за то, что он отказался ей поверить». Постскриптум. «Не считайте неосторожностью с моей стороны, что я говорила о болезни Клэр в Неаполе. Фактом надо уметь смотреть в лицо. Эти люди так же хитры, как и злы. Я перечитала свое письмо, которое писала наспех, но полагаю, что лучше было дать выражение первому впечатлению». Мэри Шелли к мистерис Гопнер. «После двухлетнего молчания я снова обращаюсь к вам и крайне сожалею, что мне приходится писать при подобных обстоятельствах. Я пишу, чтобы оградить от гнусных клевет того, с кем имею счастье быть соединенной, кого я люблю и уважаю превыше всех людей. И вам я должна это писать, вам, которая была так добра ко мне, и мистеру Гопнеру, в то время, когда мне было так приятно думать, что вам обоим я обязана только благодарностью. Поистине, эта задача очень тяжела. Шелли сейчас гостит у лорда Байрона в Равенне, но прислал мне письмо, вызвавшее во мне такую дрожь, что я с трудом держу перо. Пустили слух, что Клэр была в любовной связи с Шелли, что, честью своей клянусь вам, что не в силах писать эти слова. Посылаю вам кусок письма Шелли, чтобы вы знали, что именно я буду опровергать, но я скорее умру, чем спешу нечто подобное, превосходящее все, что только можно себе представить по гнусности, злобе, лживости и чудовищности. Но что вы могли этому поверить? Что мой возлюбленный Шелли мог быть так оклеветан перед вами? Он самый прекрасный и деликатный из людей. Мне это так тяжело, что не могу выразить никакими словами. Должна ли сказать вам, что согласие между мужем и мною никогда не было ничем нарушено? Наш первый неблагоразумный шаг был вызван любовью. С тех пор эта любовь, усиленная уважением и полным взаимным доверием, только возрастала и теперь не знает больше никаких границ. Кто меня знает, тот мне поверит на слово. Недавно отец мой писал мне, что ни разу не слышал от меня ни слова лжи, но вы, хотя очень легко поверили лжи, будете, может быть, более глухи к истине, поэтому клянусь вам всем, что свято для меня на небе и на земле, клянусь вам такой клятвой, которой я предпочла бы смерть, чем лживо написать ее, клянусь вам жизнью моего дорогого ребенка, что я знаю, что все это ложь. «Недовольна ли я сказала, чтобы вас убедить, и неужели вы еще сомневаетесь? Исправьте, умоляю вас, причиненное вами зло. Не доверяйтесь такому гнусному созданию, как эта Элиза, и напишите мне, что больше не верите ничему из ее подлых россказней. Вы были добры к нам, и я этого никогда не забуду, но я требую справедливости. Вы должны мне поверить. Я взываю к вам, будьте настолько справедливы, чтобы признать свою ошибку». Шелли показал это письмо Байрону и спросил у него адрес Гопнеров, но Байрон просил предоставить ему посылку письма. «Гопнеры, — сказал он, — вырвали у меня обещание не говорить вам об этой истории. Открыто признаваясь им, что я не исполнил этого обещания, я должен соблюсти некоторые формы, поэтому я хочу сам отправить письмо. К тому же мои комментарии придадут ему больше веса». Шелли охотно согласился и передал письмо своему хозяину. Мэри никогда не получила ответа. Сноска. После смерти лорда Байрона письмо Мэри было найдено среди его бумаг. Он следовал самой верной методе, чтобы сохранить свое спокойствие. Конец сноски. Важный вопрос, о котором Байрон хотел поговорить с Шелли, был вопрос о дальнейшей судьбе Аллегры в случае, если он, Байрон, уедет из Равенны.
Графиня Гвичоли желала отправиться в Швейцарию. Байрон, предпочитавший Тоскану, просил Шелли написать графине и изобразить ей жизнь во Флоренции и Пизе в таких приятных красках, чтобы она согласилась поехать туда. Шелли никогда не видел возлюбленной своего друга, но он так привык, что его втягивали в дела всех его знакомых, что без колебания написал просимое письмо. Письмо было такое убедительное, что согласие графини было взято штурмом. Внезапно было решено, что Байрон со своей подругой переедут в Пизу, чтобы быть вместе с супругами Шелли. И Аллегро Байрон согласен был взять с собою. Так как Лер там не было, то он не видел никаких препятствий. До отъезда из Равенны Шелли отправился повидать ребенка в монастыре Банья-Кавалло. Он нашел, что она выросла, но сделалась более хрупкой и побледнела. Ее прекрасные черные волосы локонами падали на ее плечи. Среди своих подруг она казалась существом более утонченной и благородной породы. Какая-то серьезная созерцательность прикрыла собою ее прежнюю живость. Сначала она робела, но потом, когда Шелли дал ей золотую цепочку, которую привез ей из Равенны, она стала общительнее. Она повела его в монастырский сад, бегала и скакала через веревочку так быстро, что он с трудом за ней поспевал. Она показала ему свою маленькую кровать, свой стул. Он спросил у нее, что сказать маме. «Пусть пришлет мне поцелуй и прекрасное платье». «А из чего платье должно быть сделано?» «Все из шелка и золота. А папе что сказать? Чтоб он пришел навестить меня и привел с собою мамочку». Послание это трудно было передать ее знатному родителю. Главной чертой в характере ребенка, как показалось Шелли, было тщеславие. Она была мало развита, но знала наизусть много молитв, говорила о рае, мечтала о нем, знала целые страницы и святцев. Вот какое воспитание нравилось Байрону. Глава 14. Миранда. Предстоящий приезд знатного пилигрима внес в маленький пизанский кружок то приятное оживление, которое всегда возникает вокруг путешествующих, царствующих особ. Мэри по поручению Шелли сняла самый лучший свободный дом в городе, дворец Ланфранко. С помощью своих друзей-вильямсов она принялась приводить это старое здание в такое состояние, которое было бы прилично для лорда Байрона. Вскоре прибыли в качестве авангарда графиня Гвичиоли и ее отец граф Гамба, и Шелли их приняли у себя. Эта хорошенькая маленькая итальянка, сентиментальная и почти еще ребенок, удивила их чрезвычайно и приятно. «Прелестная женщина», — сказал Шелли, — «и если я хоть немножко знаю человеческую природу и моего Байрона, она скоро пожалеет о своей безрассудной неосторожности». Наконец показался сам Дон Жуан, вся Пиза стояла в окнах, чтобы видеть проезд английского дьявола и его зверинца. На этот кортеж стоило посмотреть: 5 карет, 7 лакеев, 9 лошадей, собаки, обезьяны, павлины и ибисы следовали сзади. Шелли беспокоились, понравится ли нанятое палаццо, но оно понравилось. Байрон объявил, что это средневековое здание совсем в его вкусе. Дворец был 16 века, но благородный лорд всегда смешивал стили. В особенности сырые и темные погреба показались ему в высшей степени романтическими. Он их окрестил подземельями и склепами, велел принести туда подушки и устроился там для ночлега. Тотчас по приезде Байрон сделался светским центром маленькой группы англичан, живших в Пизе. Шелли оставался в ней центром моральным. К Байрону шли привлекаемые любопытством, восхищением, к Шелли привлекаемые симпатией. Шелли вставал рано, до полудня читал Гёте, Спинозу, Кальдерона, потом отправлялся в сосновую рощу и в этом совершенном уединении работал до вечера. Байрон вставал в полдень и после умеренного завтрака прогуливался верхом или стрелял из пистолета.
Вечером он делал визит своей возлюбленной, возвращался домой в 11 часов, садился за работу и писал до 2 или 3 часов утра. Потом, возбужденный, в лихорадочном состоянии, ложился, спал плохо и все утро оставался в постели. Скоро за ним стала ухаживать вся английская колония в Пизе. Самые строгие пуритане не могли долго устоять перед притягательной силой, какую представлял подлинный лорд, совмещавший в своем лице на чужой почве полное собрание всего того, что приятно щекочет британское тщеславие. Его любовь к скандалу, не свидетельствовала ли она, впрочем, об ортодоксальном уважении к тому, что освящено обычаем? Если равнодушие оскорбляет, то вызов не является ли, напротив, выражением своего рода смирения? Разве не видно было, что он не может жить без гостиных, которые можно посещать, без женщин, за которыми можно ухаживать, без званых обедов, которые можно задавать? К нему были чрезвычайно снисходительны, но когда он хотел навязать им Шелли, сопротивление было упорное. Шелли в свете скучал и показывал, что скучает. В морали Шелли, это угадывали, предпочитал дух букве, охотнее верил в искупление, чем в первородный грех. Но всего менее заслуживало прощения его вера в способность человека к улучшению. Такая вера обязывала волю. Беззаботное легкомыслие, еще издали почуяв эту веру, всегда стремится разрушить ее. Настоящие светские женщины трактовали супругов Шелли как людей подозрительных. Он сам только смеялся над этим, в 1000 раз предпочитая свежий ночной воздух на куриной атмосфере в игорном салоне. Но Мэри желала получать приглашение. Некая мистрис Беккет давала балы, имея на руках, как говорил лорд Байрон, 7 дочерей, все в том возрасте, когда эти животные должны танцевать, чтобы жить. Мэри вбила себе в голову, что должна увидеть бал у мистерис Беккет. «Весь свет там бывает», — говорила она. Шелли с отчаянием посмотрел на небо. «Весь свет! Что это за мифическое чудовище? Вы его когда-нибудь видели, Мэри?» Чтобы угодить всему свету, она даже попробовала пойти на богослужение английского пастора, но он проповедовал против атеистов, глядя на нее в упор с такой настойчивостью, что, невзирая на свое примирительное рвение, она должна была признать, что достоинство супруги не позволяет ей еще раз пойти туда. Эти светские заботы, эти обеды, эти балы казались Шелли невероятно вульгарными. В 20 лет он смотрел на это как на преступление. Теперь он только презирал, и это было более серьезно. Чтобы избежать упреков и сожалений, которые казались ему смешными, он уходил к Вильямсам. Там он опять нашел ту нежную и гармоническую атмосферу, которая была ему необходима. Эдуард Вильямс был весел, благороден, без всякой мелочности. Что касается Джен, то ее грация, ее кротость, ее спокойные движения и умиротворяющая красота – все это вызывало ощущение приятного отдохновения, как прекрасный сад. Может быть, она бы ему меньше понравилась, когда ему было 20 лет, когда он мечтал о пылкой и сильной деве, но теперь он искал в женщине не силу, а забвение. Она пела, и голос ее уносил Шелли далеко от его печальных воспоминаний, от холода его семейного очага. Как некогда оскорбленный Гарриет, он с бесконечным удовольствием всматривался в лицо Мэри, читая в нем сладкие обещания. Так теперь, когда он устал от жалоб и несовершенства Мэри, он созерцал в Джен смертный образ Антигоны, которую он, без сомнения, любил в одной из предшествовавших жизней. Только теперь он уже не думал, как прежде, что нужно все разбить, чтобы все построить заново, оставить Мэри, чтобы бежать с Джен. Джен была женою честного человека, для которого он желал остаться честным другом. Мэри была добрая и несчастная женщина, чувствительность которой следовало щадить.
Он любил Джен, но любовью бесплотной, без надежды, почти без желания. К тому же и сама Джен была искусным партнером в этой рыцарской игре. Она клала руку на лоб Шелли и этим мягким и магическим касанием успокаивала его грустную страсть. Молодая чета Вильямсов была чудесным источником счастья и дружбы, к которому поэт, вынесший столько страданий, мог приходить и черпать успокоение и исцеление. Джен и Эдуард были Фердинандом и Мирандой, прекрасной царственной парой, а Шелли их верным Ариэлем. Вокруг счастливых влюбленных мог реять чистый и плененный дух. Вильямсы часто говорили Шелли об одном из своих друзей, Трелоуне, человеке необыкновенном, корсаре, пирате, который к 29 годам объездил все моря земного шара и очень желал присоединиться к маленькой колонии в Пизе. Трелоуни забросал их письмами: «Если я приеду, то смогу ли познакомиться с Шелли и особенно с Байроном? Можно ли получить к нему доступ?» В глазах Вильямса, сделавшегося у обоих поэтов своим человеком, они совершенно утратили престиж тайны и недоступности. Поэтому он ответил даже с некоторым раздражением: «Конечно, вы их увидите. Шелли — самый простой человек в мире. Что касается Байрона, то это вполне зависит от вас». Трелоуни приехал в Пизу довольно поздно вечером и тотчас нанес визит своим друзьям Вильямсам. Когда они втроем оживленно разговаривали, он заметил через полураскрытую дверь и в темноте два блестящие глаза, устремленные на него. Джен поднялась и, смеясь, сказала: «Войдите, Шелли, это наш друг Трелоуни, который только что приехал». Краснея от робости, Шелли вошел и горячо пожал обе руки моряка. Трелоуни глядел на него с удивлением. Он не мог поверить, что эти женственные черты принадлежат гениальному человеку и бунтовщику, на которого в Англии смотрят как на чудовище, и у которого лорд-канцлер отнял права отцовства. Шелли со своей стороны также был поражен этой смелой головой, этими черными усами корсара, этим красивым полуарабским лицом. Оба были так удивлены, что ничего не могли сказать друг другу. Чтобы выйти из неловкого молчания, Джен спросила Шелли, что у него за книга в руках. «Кальдерон, я как раз теперь перевожу некоторые страницы. О, прочитайте их нам». Шелли, обрадовавшись тому, что таким образом кладется предел церемонии представления, церемонии, которая всегда его стесняла и происходила для него как бы в несуществующем мире, тотчас принялся переводить с таким совершенством формы и верностью выражения, что все сомнения Трелоуни рассеялись. Когда чтение кончилось, Трелоуни поднял голову и, не видя больше чтеца, спросил: «Но где же он? Кто?» — сказала Джен. «Шелли? О, он появляется и исчезает, как дух. Никто не знает, куда и как». На следующий день Шелли сам повел Трелоуни к Байрону. Там обстановка была совсем другая. Мраморный вестибюль, гигантская лестница, неприступные лакеи и псы. Трелоуни, как все, нашел в наружности Байрона все признаки гения, но разговор великого человека поразил его своей банальностью. Он, по-видимому, играл роль, и роль, давно вышедшую из моды развратника времен регентства. Он рассказывал истории об актрисах, пьяницах, боксерах и как он переплыл Геллеспонт. Последним подвигом он особенно дорожил. В 3 часа привели лошадей. После продолжительной прогулки остановились в маленьком трактирчике. Лакей принес пистолеты. Позади дома водрузили палку в землю, а в трещину на ее верхушке вставили монету. Байрон, Трелоуни и Шелли стреляли, и все очень хорошо. Трелоуни был очень доволен, что Шелли, несмотря на свою женственную наружность, владеет пистолетом как мужчина. На обратном пути говорили о литературе, о богатых рифмах. Трелоуни в виде примера процитировал 2 строфы из «Дон Жуана» и этим приобрел уважение Байрона, который поехал рядом с ним. «Признайтесь, — сказал он, — что вы ожидали найти во мне
Тимона Афинского или Тамерлана и были немало удивлены, что встретили светского человека, никогда не бывающего серьезным и насмехающегося над всем на свете. И в полголоса он проговорил: «Свет — это связка сена, люди — ослы, которые оспаривают ее друг у друга». Трелоуни зашел к Шелли и Мэри. «Как мало похож Байрон на того, каким ожидаешь его увидеть. В нем нет ничего таинственного, он слишком много болтает, говорит вещи, о которых лучше было бы помолчать. Он, по-видимому, ревнив и порывист, как женщина, и, может быть, еще опаснее». «Мэри», — сказал Шелли, — «Трелоуни уже раскусил Байрона. Как мы были глупы! Сколько времени нам понадобилось на это? Дело в том, — сказала Мэри, — что Трелоуни водится с живыми людьми, а мы — с покойниками». Глава 15. Ученики. Моряк, приехавший в Пизу, чтобы дивиться на двух великих людей, вскоре нашел, что, напротив, они дивятся на него. Правда, в его отсутствие Байрон говорил: «Если бы мы могли научить его мыть руки и не лгать, то сделали бы из него джентльмена». Но чаще всего обходился с ним с большим уважением, как все художники Байрон и Шелли творили, чтобы утешить себя в своей неспособности жить. И человек действия рядом с ними, жившими только воображением, казался странным и завидным феноменом. Шелли справлялся у него об употреблении терминов мореплавания и рисовал вместе с ним на песке берегов Арно, кили, паруса и морские карты. «Я упустил свое призвание», — говорил он, — «мне следовало быть моряком». «Нельзя сделать моряка из человека, который не курит и не ругается», — отвечал Трелоуни. Байрон, корсар в воображении, хотел узнать от настоящего корсара действительные обычаи, свойственные этой профессии, и усиленно старался показаться перед ним смелым и циничным на словах. Трелоуни, который скоро заметил, каким влиянием он пользуется у Байрона, вздумал воспользоваться этим влиянием, чтобы оказать услугу Шелли. «Знаете, — сказал он однажды, — вы можете сделать много добра Шелли, заговорив о нем в одном из ваших ближайших произведений, как вы это сделали для людей с гораздо меньшим талантом, чем у него». На лице Байрона выразилось неудовольствие. «В каждом ремесле есть свои секреты, Трелоуни. Когда мы хвалим популярного автора, он нам платит той же монетой, возвращает капитал с процентами, но Шелли... Плохое помещение капитала. Кто читает Шелли? Впрочем, если бы он отказался от своих метафизических диссертаций, то не нуждался бы во мне. Но почему ваши друзья так небрежно с ним обращаются? Когда встречают его у вас, то не удостаивают даже замечать. Он такого же хорошего рода и так же хорошо воспитан, как они. Чего они боятся?» Байрон улыбнулся, покачал головой и с таинственным видом шепнул на ухо Трелоуни: «Шелли не христианин, а ваши друзья? Спросите у них. Что касается меня, то если встречусь с дьяволом за вашим столом, то обойдусь с ним, как с вашим другом». Пилигрим посмотрел на него испытующе, чтобы убедиться в намеренности этого сопоставления. Затем, подтолкнув лошадь близко к нему, наклонился и совсем тихо сказал с превосходно разыгранным страхом и уважением: «Дьявол — царственная особа». Свои наблюдения Трелоуни излагал перед Вильямсами. Они втроем представляли хор в трагедии обыкновенных людей, которые, чувствуя, что не созданы для первых ролей, с удовольствием занимаются оценкой протагонистов. «Можно было бы подумать, — говорил Трелоуни, — что Байрон завидует Шелли. Между тем издатель Байрона должен приглашать полицию для ограждения своего дома в те дни, когда он выпускает в свет новую песню Чайльд Гарольда. А бедный Шелли не имеет и 10 читателей. У Байрона богатство, знатность, красота, слава, любовь». «Да, — сказал Вильямс, — но Байрон раб минутного настроения и всякой сколько-нибудь решительной женщины. Шелли в своей ореховой скорлупе бросается на перерез потока Арно и ни за что не позволит увлечь себя по течению. Течение его и не уносит. Его идеи тверды, у него есть доктрина. Байрон не способен держаться какой-нибудь доктрины 2 часа подряд.
Он это знает и прощает себе, хотя не без усилий. Это чувствуется по торжествующему тону, в котором он говорит о несчастьях Шелли. «Байрон, — сказала Джен, — избалованный ребенок. Ни один из них не знает людей. Шелли их любит слишком, Байрон — недостаточно». «Что ужасно в Шелли, — сказал Трелоуни, — это совершенное отсутствие в нем инстинкта самосохранения. Как-то раз, когда я на его глазах купался в Арно, он мне сказал, что жалеет, что не умеет плавать. «Попробуйте, — говорю я ему, — ложитесь на спину, вода вас поддержит». Он разделся и прыгнул в воду без малейшего колебания, но он пошел ко дну и оставался там, не делая никакого движения, как угорь в тине. Если бы я его не вытащил, он бы там умер. Джен вздохнула. Она знала, что мысль о самоубийстве часто посещала Шелли. Он ей рассказывал нередко, что все те, кого он любил, умерли таким образом. Однако он не имеет несчастного вида. Нет, потому что он живет в своих мечтах. Не думаете ли вы, что он не страдает от того, что бессилен доставить торжество своим идеям, что его произведения не имеют публики, что его семейная жизнь сложилась не вполне удачно? Смерть должна ему казаться пробуждением от кошмара. Он верит в будущую жизнь. Те, кто изображают его атеистом, плохо его знают. Он мне часто говорил, что французская философия XVIII века кажется ему ложной и гибельной. В нем Платон и Данте победили Дидро. И все-таки он не сожалеет о своем отношении к установленным доктринам. Я его спросил: «Почему вы называете себя атеистом? Это мешает вашему положению в свете». Он мне ответил: «Это нарисованный дьявол, чтобы пугать глупцов». Так рассуждал хор единодушно, не замечая, быть может, что его обожание Шелли в значительной мере обусловлено тем, что Шелли не имеет успеха. Человек больше любит, когда он может жалеть другого, а не завидовать другому. В зрелище незаслуженного поражения он находит приятные аргументы для объяснения своей собственной неудачи, и смесь восхищения с жалостью — это самый верный рецепт любви. Очень много скромности надо было бы иметь Вильямсом и Трелоуни, чтобы полюбить блестящего Байрона так, как они любили бедного Шелли. Пока ученики беседовали таким образом об отсутствующем наставнике, тот работал в сосновой роще, окаймляющей предместье Пизы. Там морской ветер опрокинул большое дерево, нависшее над прудом, и образовавшее у берега как бы естественное убежище, в котором Шелли устроил себе гнездо, как дикая птица. Близ его пещеры земля была усеяна листочками и списанными недоконченными строфами. Когда он, замечтавшись, забывал час обеда и свое собственное существование, Мэри отправлялась его искать. Трелоуни сопровождал ее. Он сделался кавалер-сервант этой женщины, которую муж оставлял одинокой, и это ухаживание бывшего пирата очень забавляло ее. Уставшая, она усаживалась у опушки, а Трелоуни шел в лес разыскивать след поэта. Однажды он нашел его до такой степени поглощенным каким-то далеким видением, что, не желая неожиданно разбудить его от его мечты, дал знать о своем приближении, давя с треском сухие сосновые иглы. Он поднял с земли томик Эсхила, Шекспира, бумажку, на которой было нацарапано «Джен, серенада», но он мог разобрать только первые две строчки. Он окликнул Шелли, который повернул голову и тихо сказал: «Алло, войдите». «Вот где ваш рабочий кабинет. Да, и эти деревья — моя библиотека. Когда сочиняешь, то внимание не должно развлекаться. Дома невозможно найти полное уединение. Стук закрываемой двери, шум шагов, звонки — все это отдается в голове, и видения рассеиваются. Но здесь вы имеете шум от ручья, от птиц. Ручей течет, как время, и звуки природы успокаивают. Только животное, человек, расстраивает и стесняет меня. О, как трудно постичь, почему мы здесь и вечно мучаем себя и других». Трелоуни прервал его и напомнил, что жена его беспокоится и ждет у входа в рощу. Он вскочил, собрал книги, бумаги, набил ими карманы и шляпу и вздохнул: «Бедная Мэри,
Нет ей удачи, она не может переносить одиночество, а я не переношу общества. Живая в одной упряжке с мертвецом, и он пошел своей скользящей походкой духа рощ и лесов. Когда он очутился рядом с нею, он хотел просить у нее извинения, что заставил беспокоиться, но она, хотя действительно беспокоилась, обладала годвиновской стыдливостью перед всяким обнаружением чувства и принимала шутливый тон. «Что вы, Перси, какой вы странный! Я думала только о книге, которую читала, об опере, о новом платье, которое должно прибыть из Флоренции, особенно о венке из плюща для моих волос, а совсем не о вас. Когда я уходила из дому, еще не принесли моих атласных башмаков. Вот что важно!» Но в веселости Мэри всегда было что-то надтреснутое. Глава 16. Книга Самуила, 13:23. Байрон, хотя обещал, что привезет Аллегру в Пизу, приехал без нее, и Клэр, которая прибыла из Флоренции и бродила вокруг города в надежде увидеть свою дочь, стала очень тревожиться, когда узнала, что та осталась в монастыре Банья-Кавалло, который ее итальянские друзья описывали в очень мрачных красках. Дом был построен среди болот Романьи, в самом нездоровом климате, о гигиене там не имели понятия, кормили отвратительно, отопление было совершенно неизвестно. Клэр теперь не могла видеть огня, чтобы не подумать о своей бедной крошке, которая страдает от холода. Материнская скорбь подвинула эту маленькую гордую женщину на акт почти героического отречения. Она написала Байрону, что согласна не видеться с Аллегрой всю жизнь, если он отдаст ее на воспитание в хорошую английскую школу. Я не могу более бороться с внутренним чувством, с необъяснимой тоской, которая говорит мне, что я ее никогда больше не увижу. Байрон не отвечал. Некоторые друзья посоветовали Клэр похитить дочь, но Шелли просил ее потерпеть. Разделяя ее взгляд на жестокость Байрона, он осуждал всякий безрассудный шаг. «Лорд Байрон непреклонен, а вы находитесь в его власти. Вспомните, Клэр, вы прежде отвергли мои советы с незаслуженным пренебрежением, и теперь вы бесплодно об этом сожалеете. То, что я говорю вам сейчас, это мое второе пророчество. Если будете ждать третьего, то оно вам, быть может, будет стоить еще дороже». Он обратился к Байрону, но тот, как только услышал имя Клэр, сделал нетерпеливое движение. «О, — сказал он, — женщины не могут жить без сцен». Шелли передал ему то, что узнала Клэр об условии гигиены в монастыре. «Что я об этом знаю? — сказал Байрон. — Я там никогда не был». Затем, когда ему описали тоску Клэр, ее опасения и предчувствия, на лице его мелькнула улыбка дьявольского удовлетворения. «Я должен был удерживаться, чтобы не ударить его», — сказал Шелли, когда вышел от Байрона одному старику-англичанину, своему другу. «Я был в бешенстве и был неправ. Он не может быть иным, чем есть, как эта дверь не может не быть дверью». «Ваш фатализм не имеет смысла», — сказал старый джентльмен. «Если я стану пороть эту дверь, она останется дверью, но если бы лорда Байрона хорошенько высекли, он бы сделался настолько же гуманен, насколько теперь бесчеловечен. Слабость его друзей превратила его в наглого тирана». Когда Клэр узнала, что этот шаг не имеет успеха, то впала в такое отчаяние, что Шелли и даже Мэри нашли невозможным оставлять ее во Флоренции у чужих. Они намеревались провести летние месяцы на берегу моря вместе с Вильямсами и пригласили ее поехать с ними. Шелли ожидал большого удовольствия от предстоящей дачной жизни. Вильямс и он упросили Трелоуни, и тот, через своего приятеля, капитана Робертса, заказал для них в Генуе судно, которое они заранее окрестили Дон Жуан в честь Байрона. Байрон, в свою очередь, заказал более крупную яхту «Боливар»,
Шелли и Вильямс уже видели себя господами Средиземного моря. Их жены были в меньшем восторге, в то время как мужья чертили на песке морские карты. Они прогуливались вместе, философствовали и собирали фиалки вдоль дороги. «Я ненавижу это судно», — говорила Мэри. «О, я так же», — отвечала Джен. «Но все, что вы не скажете, ни к чему не послужит и только испортит им удовольствие». Чтобы осуществить этот прекрасный проект, нужно было только нанять два дома на морском берегу. Шелли и Вильямс тщетно искали их. Лорд Байрон, которому нужен был дворец, должен был тотчас отказаться от этого плана, но невозможно было найти и рыбачьи хижины. Вильямс с женой решили сделать последнюю попытку, чтобы развлечь Клэр от ее тревог, пригласили ее с собой. Едва прошло несколько часов после их отъезда, как лорд Байрон написал Шелли, что получил дурные известия об Аллегре. В Романье разразилась эпидемия тифа, монахини не приняли никаких предохранительных мер, ребенок, уже слабый и истощенный, схватил горячку, девочка умерла. «Я не считаю себя виноватым», — писал он, — «во всяком случае, я уверен, что намерения у меня были наилучшие. Минутами мы думаем, что, сделав то или другое, избежали бы тех или иных событий, но каждый день, каждый час показывает нам, что все происходит неизбежно. Я полагаю, что время сделает свое дело, смерть сделала свое». Они пошли навестить его. Он был еще бледнее, но еще более спокоен, чем обыкновенно. Два дня спустя Вильямсы и Клэр вернулись из своей поездки. Шелли, опасаясь, что Клэр сделает что-нибудь ужасное, если узнает о своем несчастье, пока Байрон здесь, решил ничего ей не говорить до его отъезда. Вильямс не нашел дач с мебелью, которую искал. На всем берегу сдавался только один большой дом – касса Магни, без мебели и довольно разрушенной с террасой, куда достигали волны. Шелли, который во что бы то ни стало хотел удалить Клэр, решил нанять касса Магни. Оба семейства будут жить вместе. Это неудобно? Пустяки. Не было мебели. Мебель можно перевести из Пизы. Когда он пускал в ход всю свою волю, ничто не могло противостоять ему. Это был неудержимый поток. Я иду вперед до тех пор, пока что-нибудь не остановит меня, но ничто меня не останавливает. Таможни, лодочники выдвигали тысячи затруднений. Он преодолел все. Одной только силой твердой идеи, которая не считается с внешним миром, и в несколько дней обе семьи были переправлены на берег моря. Касса Магни был большой белый дом, построенный почти среди волн, позади которого в непосредственной близости была роща. Терраса, поддерживаемая арками, нависла над великолепным заливом Специи. Нижний этаж был необитаем, так как море врывалось туда при чуть сильном волнении. Там можно было положить рыболовные снаряды, весла. В следующем этаже большая столовая выходила с одной стороны в комнату Вильямсов, с другой в две большие комнаты, одну для Шелли, другую для Мэри Клэр. Этого было недостаточно, и в первый же вечер они обменялись довольно грустными впечатлениями. Волны стонали, ударяясь в скалы с печальным шумом. Вильямс и Шелли думали о несчастье, постигшем Клэр. Она, ничего не подозревавшая, приписывала их дурное настроение тому, что ее присутствие в доме, где и без того тесно, их стесняет. Она это сказала и предложила поехать назад во Флоренцию. Шелли и Вильямс горячо запротестовали. Джен шепнула что-то Мэри. Они обе поднялись и пошли в комнату Вильямсов. Скоро к ним присоединился Шелли. Клэр подошла ближе. Она увидела, что они скучились в углу и оживленно разговаривали между собою, но тотчас замолчали, как только ее заметили. Тогда, хотя еще ни одно слово не было ей сказано, она вскрикнула: «Аллегра умерла?» На следующий день она написала Байрону ужасное письмо,
которое тот отослал Шелли, жалуясь на жестокость Клэр и прося его сказать ей, что он готов предоставить ей устройство похорон их ребенка. Она ответила с мрачной иронией, что с настоящей минуты она всецело полагается на него и просит только, чтобы ей прислали локон волос и портрет. Байрон, сделавшийся удивительно покорным, довольно скоро доставил ей прекрасную миниатюру и несколько белокурых прядей. Она простилась со своими друзьями в Каса-Магни и возвратилась во Флоренцию, чтобы жить среди чужих, которые, ничего не зная об ее горе, не так часто задевали больное место. Благородный лорд решил похоронить свою дочь в Англии в церкви Гарроу и поместить на стене над могилой мраморную дощечку с надписью «Памяти Аллегры, дочери Джорджа Гордона, лорда Байрона», скончавшейся в Банье-Кавалло 20 апреля 1822 года в возрасте 5 лет и 6 месяцев. «Я пойду к ней, но она не вернется больше ко мне». Книга Самуила 13:23. Но викарий в Гарроу и многие члены совета нашли безнравственным допустить погребение незаконного ребенка в церкви, особенно с надписью, открывавшей имя отца. Дочь Клэр была похоронена вне церкви и без надписи, как приличествовало. Лорд Байрон, который ни разу не был в монастыре Банье-Кавалло, когда там находилась Аллегра, через некоторое время после смерти ребенка отправился посетить эти места, получившие в его глазах сентиментальную и романтическую окраску вследствие связанных с ними воспоминаний. Это дало ему повод написать элегическое размышление о смерти и о самом себе. «Я пойду к ней, но она не вернется ко мне». Второй Самуил был прав. Глава 17. Прикрытие. Каса-Магни очень нравилась Шелли. Он любил ее дикое уединение, рощу позади дома, скалистую бухту, окруженную лесом, бедные рыбачьи поселки. Мэри там чувствовала себя затерянной и несчастной. Опять беременная, страдая от тошноты, вечно в тревожном состоянии, она хотела бы жить в городе, поблизости от врача. Грубые обитатели побережья, их непонятный жаргон, ей были противны в той же мере, в какой привлекала ее тосканская грация. Присутствие Джен Уильямс, которое было ей так приятно в Пизе, становилось для нее тягостным. Ведение общего хозяйства является для женщины трудным испытанием. Были пошлые ссоры из-за прислуги, из-за кастрюль. Шелли слишком много говорил о совершенстве Джен и писал для нее много божественных серенад. На все жалобы жены он отвечал с неизменным добродушием. Кротко, нежно он ласкал и утешал ее. «Бедная Мэри», — говорил он, — «это пытка Тантала, что женщина, одаренная такими качествами, с такой чистой душой, не может внушить к себе полную симпатию. Он знал, что не изменит ее, что многие ее слабости объясняются ее физическим состоянием и переносил их с терпеливой любовью. Она его особенно упрекала за то, что он совершенно равнодушен ко всему, чего желают и к чему стремятся другие люди». Она восторгалась им, как в первый день. В нем одном она чувствовала силу, на которую могла опереться, но что-то неопределенное было причиной, что эта сила никогда не употреблялась в пользу самого Шелли. Точно самая мысль о своем собственном интересе была ему совершенно чужда. Его личность не была, как у всех людей, отграничена определенной и отчетливой линией, но ее светлые контуры расплывались и сливались с личностью кого-нибудь из его друзей или даже незнакомых ему людей. Что касается забот и обычаев, господствующих в общежитии, он по-прежнему точно и не знал об их существовании. Каждый месяц он ездил в Ливорно получать свою ренту, привозил мешок с монетами, который выпрастывал прямо на стол, затем с помощью лопаточки для угля складывал скуди
делая из них подобие пирога, который сглаживал ладонью. Лопаточкой он делил пирог пополам. Одна половина была для Мэри, плата за квартиру и хозяйство, другая половина опять делилась на две части. Четверть поступала Мэри для ее личных расходов, последняя четверть для Шелли. Но Мэри знала, что значит «для Шелли». Это значит для Годвина, несмотря на все клятвы, для Клэр, для Гентов. Однажды Мэри пригласила к завтраку в Каса Магни несколько важных англичан, полюбопытствовавших посмотреть на поэта. Уже настал час обеда, а Шелли все не было. Сели за стол без него. Вдруг одна из дам испустила крик. «О!» И Мэри, повернувшись, увидела Шелли совершенно голого, который переходил через столовую, стараясь спрятаться за спиной у служанки. «Перси», — сказала она, — «как вы осмелились?» Это было неблагоразумно с ее стороны, ибо Шелли, чувствуя себя несправедливо обвиненным, вышел из-за своего прикрытия и подошел ближе к столу, чтобы оправдаться. Дамы закрыли себе лица руками. Он был, однако, прелестен, с волосами полными водорослей, с ароматом морской соли, исходившим от влажного тела, но подобные случаи приводили Мэри в ужас. Шелли и Вильямс с детским нетерпением ожидали прибытия своего судна, и как только завидят, бывало, незнакомый парус, огибающий на пути из Ливорна маленький мыс Леричи, тотчас выбегают на берег. После смерти Аллегры Шелли написал капитану Робертсу, чтобы Дон Жуана перекрестили в Ариэля. Все, что напоминало Байрона, сделалось ему ненавистным. Велико было его удивление и гнев, когда маленькая яхта пришла, и на парусе громадными буквами было изображено «Дон Жуан». Об этом постарался Байрон, который, узнавший о перемене и сильно этим задетый, приказал Робертсу, несмотря ни на что, наложить дьявольскую печать на платоновскую барку. С помощью теплой воды, мыла, щетки Шелли и Вильямс усердно принялись смывать позорное пятно со своего ни в чем не повинного судна. Но безуспешно. Даже терпентин был испробован без результата. Посоветовались со специалистами. Те сказали, что надо парус разрезать и потом опять сшить. Это было сделано. Генуэзский капитан, который привел судно, утверждал, что оно хорошее, ходкое, но в дурную погоду трудно будет им маневрировать. Вильямс и Шелли, несведущие энтузиасты, взяли образец с королевской яхты, изящные очертания которой приводили их в восторг. Но нужно было бы для балласта положить 2 тонны свинца, и даже тогда не было бы полной уверенности в устойчивости. Оба владельца Ариэля пожелали сами управлять им с помощью одного только юнги. Вильямс 3 года прослужил во флоте и считал себя опытным мореходом. Шелли был неловок, как женщина, но весь горел усердием. Он запутывался в веревках, читал Софокла за рулем, и в пути не раз случалось, что он чуть не падал через борт. Никогда он не был так счастлив, когда Трелоуни увидел его за работой, то, взяв Вильямса под руку, посоветовал найти хорошего моряка, хорошо знающего эту бухту. Вильямс обиделся, ведь он был капитан, и при нем был Шелли. Шелли! Из него вы ничего не сделаете, пока не обрежете ему волосы и не бросите в море всех греческих поэтов и не погрузите его руки по локоть в бак со смолой. Ариэль глубоко сидел в воде и не мог приставать к пляжу в Касса Магни. Вильямс с помощью плотника построил крошечный челнок из просмоленного холста на деревянной основе, чтобы с судна можно было ехать на берег. Лодка была так легка, что опрокидывалась при малейшем движении. Она стала у Шелли любимой игрушкой. Он страшно любил качаться на волнах в этой легкой скорлупке. Однажды вечером, увидев на пляже Джен с ее 2 детьми, он пригласил их войти в его лодочку. Если держаться с некоторой осторожностью, то можно всех разместить. Она уткнулась на дно лодки, края которой только на ладонь возвышались над уровнем воды. Она могла перевернуться от малейшего дуновения ветра, от самого легкого движения детей.
Она думала, что Шелли хотел только покачаться на мелкой зыбе у берега, но он, желая похвастаться перед этой красивой женщиной своими талантами гребца, налег на весла и скоро очутился в синих и глубоких водах залива. Там он остановился и впал в глубокую задумчивость. Джен охватил величайший страх. Она пробовала мягко задать несколько вопросов. Он не отвечал. Вдруг он поднял голову, лицо его озарила внезапная мысль, и он радостно сказал: «Отправимся вместе разрешить великую тайну». Если бы Джен вскрикнула, ее дети погибли бы, Шелли сделал бы резкое движение, лодка перевернулась бы, и все утонули. Весело, беззаботно она ответила: «Нет, благодарю вас, не сейчас, раньше я хочу пообедать и накормить детей». К тому же, вот Эдуард возвращается с Трелоуни. Они удивятся, что мы уехали, а Эдуард скажет, что лодка ненадежна. «Ненадежна?» — сказал Шелли обиженным тоном. «Да я на этой лодке поеду в Ливорно, поеду куда угодно». Джен почувствовала, что ангел смерти простер над ней свои крылья. «Вы еще не записали слова индусской песни», — сказала она небрежно. «Записал, но вы должны еще раз сыграть ее». Во время разговора он повел лодку назад, в мелкую воду. Как только Джен увидала, что может встать ногой на берег, то выскочила из лодки вместе с детьми с такой живостью, что Шелли очутился на песке, покрытый сверху челноком, как краб в скорлупе. «Джен, с ума вы сошли!» — сказал ей муж, вылавливая Шелли. «Подожди вы минутку, мы бы вас всех вытащили на берег». «Нет, благодарю вас, я счастлива, что спаслась. Ужасный гроб, я туда больше ногой не ступлю. Разрешить великую тайну? Величайший из всех — это он сам. Кто может предвидеть, что он сделает? Я хотела бы уехать отсюда, я здесь живу в постоянном страхе». Но детское лицо Шелли казалось сияющим и невинным. В такое чудесное лето ничто не могло испортить ему радостного настроения. По вечерам он любил кататься с друзьями на Ариэле. Мэри, усевшись у его ног и опираясь головой на его колени, вспоминала, что таким же точно образом 10 лет назад переезжала с ним бурный Ла-Манш. Сколько событий в течение этих 10 лет! Насколько жизнь оказалась более хитрой и предательской, чем они тогда в состоянии были вообразить. Сидя возле кормы, Джен пела индусскую серенаду, аккомпанируя себе на гитаре. Шелли глядел на светлую бахрому облаков на спокойном июньском небе, освещенных сверху кротким светом луны. Он ни о чем не думал. Он чувствовал, что его мысли растворяются в лучах чистого и холодного света, в теплом благоухании ночи. Его телесность исчезала в сладостном экстазе. Он был только пылкий дух, легко и радостно реющий в пространстве. Вечернее благоухание, лучи луны, голос Джен — все слилось в таинственную гармонию, которая своими аккордами поддерживала звучавшую внутри божественную музыку. Покидая землю для мира, населенного более текучими и чистыми образами, он опять увидел перед собой те прекрасные видения, хрустальные дворцы, прозрачные дымки, которые долго составляли для него единственную реальность. С той поры он узнал, что существует другой мир, непроницаемый и неуступчивый, но там, в высоте, куда возносилась только волнующая и прозрачная сладость пения, и где совершалось невидимое движение сияющих сфер, все эти женские ревности, денежные заботы, политические споры казались такими ничтожными, что не могли уменьшить охватившее его чувство невероятного счастья. Он бы желал умереть от блаженства и сказать мгновению, как Фауст: «Остановись, ты прекрасна». Глава 18. Ариэль освобожден. Уже давно Шелли желал, чтобы в Италию приехали его друзья-генты, которым кредиторы и политические враги делали жизнь в Англии довольно соленой. Он был готов уплатить за их проезд, но его средства не позволяли ему содержать семью и 7 детей.
Он говорил об этом с Байроном и так убедительно, что получил от него обещание основать вместе с Гентом либеральный журнал, который будет издаваться в Италии и в котором будут появляться все новые произведения Байрона. Одной этой привилегии было достаточно, чтобы обеспечить успех журналу и благосостояние Генту. Со стороны Байрона это было очень великодушное предложение, так как он ничего не выигрывал, принимая Гента в товарища, скорее наоборот. Но он пошел дальше. Он согласился уступить Генту нижний этаж своего дворца в Пизе, а Шелли, с своей стороны, взял на себя меблировку. Все было таким образом благополучно устроено, и племя Гента впустилось в путь. Не без затруднений к концу июня 1822 года они прибыли в Ливорно. В порту Трелоуни ждал их на Боливаре. Шелли и Вильямс приехали на Ариэле, который подкатил с большим шиком. После горячих изъявлений радости племя Гентов под предводительством Шелли направилось в Пизу, а Вильямс остался ожидать возвращения своего друга, чтобы вместе с ним на судне поехать назад домой. К несчастью, первое соприкосновение Гентов с Байроном было неприятное. Хотя Байрон и находил политические воззрения Гента чересчур радикальными, он покровительственно симпатизировал Генту как честному писателю, хорошему отцу семейства, хорошему мужу, хорошему человеку. Но он не мог переносить его жену Марианну, он находил ее вульгарной. Это была одна из тех ревностных поборниц равенства, которые никогда не могут забыть о неравенствах. Чтобы доказать, насколько для нее мало значит знатность и богатство Байрона, она обходилась с ним с такой дерзостью, которой не стерпел бы и самый смиренный человек. По отношению к милой Гвичоли она приняла манеры английской Матроны. Байрон был вежлив, но очень холоден. Не прошло и 24 часов, как его терпение истощилось. Семеро детей бегали по всему дому, переворачивали все вверх дном. Краль готентотов более грязных и более вредных, чем ягу. Лорд Байрон с отвращением смотрел, как копошится эта нечисть, и, поставив своего огромного бульдога на лестнице, как стража, приказал ему не пускать наверх ни одного маленького кокнея. Мысль о журнале уже больше ему не нравилась. Шелли, который должен был уехать в тот же день, не хотел оставить Гента, не устроив его дел. Он умиротворил Байрона, прочел нотацию Марианне, успокоил своего друга и откладывал отъезд со дня на день до того, как все будет приведено в порядок. Его упорство всегда побеждало высокомерную слабость Байрона. Он добился, что в первом номере журнала будет напечатано «Видение суда» Байрона, что обещало журналу верный успех. Вильямс, который томился ожиданием в Ливорно, с каждым днем становился нетерпеливее и нервнее. Он никогда не разлучался с женой на столь продолжительное время. Шелли посылал ему письмо за письмом, чтобы объяснить свое опоздание. Начало июля было удушливо жаркое, палило солнце Италии с безжалостным смехом. Крестьяне в жаркое время дня должны были прекращать работу на полях. Давно не было дождя, и всюду шли крестные ходы с иконами, молясь о неспослании дождя. Утром 8 июля приехал Шелли вместе с Трелоуни. Пошел в банк, сделал много покупок в магазинах для снабжения касса Магни. Затем все три друга отправились в гавань. Трелоуни на Боливаре намеревался сопровождать Ариэля. Небо мало-помалу стало покрываться тучами, и легкий ветер дул в направлении Леричи. Капитан Робертс сказал, что надо ждать бури. Вильямс, торопившийся отъездом, уверял, что в 7 часов они будут дома. В полдень Шелли, Вильямс и их юнга были на палубе Ариэля. Трелоуни на Боливаре делал необходимые приготовления. Подъехало таможенное судно, чтобы проверить их бумаги. «Барка Дон Жуан?»
Капитан Перси Шелли все в порядке. Трелоуни, у которого не было свидетельства о санитарном осмотре корабля, тем не менее хотел выйти в море, но офицер преградил ему 15-дневным карантином. Он предложил, что пойдет и скоро все устроит, но Вильямсу не стоялось на месте. К тому же нельзя было терять времени, было 2 часа, ветер был слабый, и только к ночи они с большим трудом смогут приехать. Ариэль вышел в одно время с 2 итальянскими филлуками. Трелоуни, очень недовольный, стал на якорь, приказал убрать паруса и в подзорную трубу следил за судном своих друзей. Его генуэзский лоцман сказал ему, им бы следовало выехать утром в 3 или 4 часа, они держатся слишком близко от берега, течение их прибьет. «Скоро у них будет ветер с суши», — сказал Трелоуни. «И даже больше, чем им нужно», — сказал генуэзец. «Столько парусов на судне без палубы и без единого моряка на борту — это безумие. Видите эти черные полосы на горизонте и серые лохмотья туч, которые проносятся сверху и как дымится вода? Дьявол собирается выкинуть шутку». Капитан Робертс также наблюдал Ариэля, когда он потерял его из виду, то поднялся на маяк и видел, что буря подвигается к маленькому судну, которое скоро убрало часть парусов, потом оно скрылось за завесой облаков. В гавани воздух стал жгуч и удушлив, какая-то гнетущая тишина сдавила атмосферу, истомленный зноем Трелоуни спустился в каюту и против воли заснул. Через минуту его разбудил звук распускаемых цепей. Матросы спустили еще один якорь. Во всем порту замечалась суматоха, предшествующая буре. Убирали паруса и мачты, привязывали канаты, якоря визжали. Сделалось очень темно. Море было гладкое и темное, как будто из свинца. Пробегавшие порывы ветра не производили в нем ни малейшей ряби, и тяжелые капли дождя отскакивали от его поверхности. Рыболовные барки возвращались с величайшей поспешностью. Отовсюду неслись свистки, приказания, крики. Вдруг страшный удар грома покрыл все человеческие голоса и звуки. Когда несколько часов спустя небо прояснилось, Трелоуни и Робертс долго смотрели через свои подзорные трубы, исследуя весь залив. На море не видно было ни одного судна. По другую сторону залива обе женщины ждали известий. Мэри была встревожена и грустна. Это жаркое лето пугало ее. В такую же жару умер ее маленький Вильям, и она с беспокойством смотрела на своего малютку. Он чувствовал себя хорошо и пил с удовольствием, но она на этой террасе, имея перед глазами прекраснейший пейзаж в мире, не могла стряхнуть с себя гнета грусти. Без всякого повода глаза ее наполнялись слезами. «Хоть бы Шелли поскорее приехал», — думала она. «Когда он будет здесь, я буду счастлива. Он меня успокоит. Если мальчик болен, он его вылечит и придаст мне бодрости». В понедельник Джен получила от мужа письмо, помеченное субботой. Он писал, что Шелли все еще задержан в Пизе. «Если в понедельник его не будет, я поеду один в Филуке. Ждите меня самое позднее в понедельник». Письмо пришло как раз в тот день, когда разыгралась буря. Мэри и Джен, видя такое волнение на море, ни одной минуты не думали, что хрупкий Ариэль вышел в такую погоду. Во вторник целый день шел дождь, тихий, монотонный, море было совершенно спокойно. В среду подул ветер из Ливорна, и приехало много филлук. Хозяин одной из них сказал, что Ариэль вышел в понедельник, но Мэри и Джен этому не поверили. В четверг ветер был попутный, обе женщины не сходили с террасы. Каждую минуту им казалось, что они видят, как высокие паруса маленького судна огибают мыс. В полночь они еще были на террасе и с тревогой спрашивали себя, не задержала ли какая-нибудь болезнь их мужей в Ливорно. Ночь проходила, и Джен почувствовала себя такой несчастной, что решила с наступлением утра нанять судно и поехать в Ливорно.
Но с зарей море взволновалось, и лодочники отказывались ехать. В полдень пришли письма. Было письмо от Гента для Шелли. Мэри, дрожа, вскрыла его. Она прочитала: «Напишите нам, как вы доехали, потому что в понедельник после вашего отъезда была непогода, и мы беспокоимся». Письмо выпало из рук Мэри, которая стала дрожать еще сильнее. Джен подняла его, прочла в свою очередь и сказала: «Тогда все кончено. Нет, дорогая Джен, не все кончено, но это ожидание ужасно. Поедемте со мною, поедем в Ливорно, поедем почтой для скорости и узнаем нашу судьбу». Дорога из Леричи в Ливорно проходила через Пизу. Они остановились на минуту у лорда Байрона, чтобы спросить, не имел ли он известий. Они постучались в дверь, прислуга-итальянка крикнула: «Кто там?», так как было уже поздно, затем отворила им. Байрон уже лег, но графиня Гвичоли, улыбаясь, спустилась им навстречу. При виде страшного лица Мэри, бледной как мрамор, она остановилась пораженная. «Где он? Знаете ли вы что-нибудь о Шелли?» — сказала Мэри. Байрон, вышедший вслед за Гвичоли, не знал ничего, кроме того, что Шелли уехал из Пизы в воскресенье и сел на судно в понедельник в дурную погоду. Не отдыхая ни на мгновение, обе женщины отправились в Ливорно. Они приехали туда в 2 часа утра. Кучер повез их в гостиницу, где они не нашли ни Трелоуни, ни капитана Робертса. Не раздеваясь, они бросились в постель и ждали утра. В 6 часов они обежали все гостиницы Ливорно. В гостинице «Глоб» они нашли Робертса, который вышел к ним с расстроенным лицом, и от него они узнали все, что случилось в ту ужасную неделю. Но еще оставалась надежда. Буря могла забросить Ариэля к Корсике или к острову Эльбе. Они послали курьера объехать кругом весь залив и расспросить во всех деревнях, не выбросил ли где-нибудь обломки от крушения, и в 9 часов утра поехали назад, в Каса-Магни. Трелоуни поехал с ними. Проезжая через Виареджо, они узнали, что на пляже нашли челнок и бочку. Трелоуни пошел посмотреть. Действительно, это был крошечный челнок с Ариэля. Но, может быть, челнок выбросили за борт, чтобы не был помехой во время бури? Когда Мэри и Джен возвратились в Каса-Магни, был деревенский праздник, всю ночь шум от танцев и песен не давал им заснуть. Спустя 5 или 6 дней Трелоуни, обещавшего вознаграждение береговым стражникам, если они сообщат что-нибудь, позвали в Виареджо, где на пляже было найдено тело. Вид трупа был ужасен, потому что все части, незащищенные платьем, были изъедены рыбами. Но высокий и тонкий стан был слишком знаком Трелоуни, чтобы могло быть какое-нибудь сомнение. В одном из карманов пиджака он нашел Софокла, в другом — томик Китса, положенный в карман раскрытым, когда буря, прервавшая чтение, заставила положить его наскоро в карман. Почти в одно время были выброшены на берег тела Вильямса и Юнги, недалеко от того же пункта, еще более обезображенные. Трелоуни распорядился похоронить их в песке, чтобы предохранить от волн, и поскакал галопом в Каса-Магни. У порога дома он остановился. Никого не было видно, в окнах было светло. Может быть, обе вдовы еще надеялись на что-то. Трелоуни подумал о своем последнем посещении. Тогда обе семьи находились вместе на веранде, над спокойным морем, в котором отражались звезды. Вильямс закричал: «Спокойной ночи!», а Трелоуни через залив на веслах поехал к Боливару, прислушиваясь к пению Джен, аккомпанировавшей себе на гитаре. Потом послышался тонкий голос Шелли, возбудивший спокойный воздух. Долго он с удовольствием вслушивался в этот веселый шум счастливой семьи. Его мечты были прерваны криком. Кормилица Катерина, проходя через залу, заметила его на пороге. Тогда он поднялся наверх и, не докладывая о себе, вошел в комнату, где были Мэри и Джен.
Он не сказал ни слова. Большие ореховые глаза Мэри уставились в него с невыразимым напряжением. Она испустила крик. «Нет больше надежды!» Трелоуни, не отвечая, вышел из комнаты и сказал кормилице, чтобы привела детей к обеим матерям. Глава 19. Последние звенья. Мэри выразила желание, чтобы Шелли был похоронен на кладбище в Риме, возле своего сына, на том кладбище, которое он находил таким прекрасным, но санитарные правила не позволяли перевести труп, выброшенный волнами. Трелоуни подсказал мысль о том, не сжечь ли оба трупа, по примеру древних греков. Когда был назначен день для этого обряда, Трелоуни предупредил Байрона и Гента и сам приехал на Боливаре. Тосканские власти дали отряд солдат, одетых как для погребальной церемонии, снабженных лопатами и пиками. Тело Вильямса было открыто первое. Стоя на жгучем песке, его друзья смотрели, как работают солдаты, и с грустью, ужасом и любопытством ждали, что покажутся человеческие останки. Сперва показался черный шелковый платок, затем шея, потом тело в таком состоянии разложения, что члены отделились от туловища, едва солдаты тронули его. Они работали большими щипцами, которые походили на орудия пытки. Байрон посмотрел на эту бесформенную массу мяса и костей и сказал: «Неужели это человеческое тело? Я бы сказал, что это скорее баранья туша». Он был ужасно взволнован, но старался скрыть свое волнение, которое считал плебейским, принимая развязный вид. Когда солдаты подняли череп, он им сказал: «Одну минуту, дайте мне посмотреть челюсть», и прибавил: «Я могу узнать по зубам каждого человека, с кем я говорю. Я всегда смотрю на рот. Рот открывает то, что глаза пытаются скрыть». Сложили высокий костер из сосновых дров. Трелоуни поднес факел, и огромное смолистое пламя поднялось в неподвижном воздухе. Очень быстро сделалось так жарко, что жители отошли. Кости, сгорая, придали пламени серебристый блеск восхитительной чистоты. Когда пламя несколько уменьшилось, Байрон и Гент приблизились и бросили на погребальное ложе ладану, соли и вина. «Постойте, — внезапно сказал Байрон, — я хочу помериться силами с этими водами, потопившими наших друзей. На каком они были расстоянии от берега, когда их судно потонуло?» Без сомнения, в эту минуту к его грусти примешивалась приятная уверенность, что лорд Байрон, переплывший Геллеспонд, не дал бы поглотить себя этому морю с короткими волнами. Он разделся, прыгнул в воду и быстро удалился. Трелоуни и Гент последовали за ним. С открытого моря костер на пляже казался только маленьким сверкающим пятном. На следующий день настала очередь для Шелли, который был погребен в песке ближе к городку Виареджо, между морем и сосновой рощей. Погода была великолепная. Под ярким солнечным освещением желтый песок и фиолетовое море образовали прекраснейший контраст. Над деревьями за ними вырисовывались белые вершины Апеннин, составляя облачный и в то же время словно мраморный фон, который так восхищал Шелли. Много ребятишек из деревни пришли посмотреть на это редкое зрелище, но все соблюдали почтительное молчание. Сам Байрон был задумчив и подавлен. «Ах, какая это была железная воля!» — думал он. «И вот что осталось от этого непоборимого мужества. Ты делал вызов Юпитеру, Прометея, а теперь...» Солдаты копали, но тело не отыскивалось. Вдруг послышался сухой и глухой звук. Они поняли, что пика ударила в череп. Байрон вздрогнул. Он внезапно вспомнил Шелли во время бури на Женевском озере, где они находились вместе. Эти скрещенные руки, героические и бессильные, показались ему подходящим символом этой прекрасной жизни. Как обманывался свет в своих суждениях о нем! Лучший из людей, наименее эгоистичный из всех, кого я только знал,
И какой джентльмен! Самый совершенный, быть может, из всех, кто когда-либо вступал в салон. Тело было посыпано известью и почти сплошь покрылось известковой корой. Опять ладан, масло, соль были брошены в пламя, а вино полилось потоками. Жар был так велик, что воздух дрожал. Через 3 часа сердце, бывшее очень большим, еще не сгорело окончательно. Трелоуни сунул руку в костер и вытащил остаток. Череп, расколотый пикой солдата, раскрылся, а мозг еще долго кипел в нем, как в котле. Байрон не в силах был вынести это зрелище. Как накануне он разделся, бросился в воду и поплыл к Боливару, который стоял на якоре в заливе. Трелоуни собрал пепел и побелевшие кости в принесенную с собой дубовую урну, усланную внутри черным бархатом. Деревенские ребятишки, глядевшие на него любопытными глазами, рассказывали друг другу, что когда останки перевозят в Англию, мертвые там опять возрождаются из пепла. Может быть, следовало бы рассказать, что сталось с главными персонажами этой истории? Сэр Тимоти Шелли дожил до возраста в 91 год. Мэри получила от него маленькую пенсию с тем условием, что при жизни старого баронета не издаст в свет ни посмертных произведений Шелли, ни его биографии. После смерти старика Перси Флоренс наследовал титул и состояние, так как сын Гарриет умер в раннем возрасте. Несчастье соединило обеих вдов, Мэри и Джен. Долго они жили вместе в Италии, потом в Лондоне. Друзья их мужей оказались настолько верными, что Трелоуни просил руки Мэри, а скептический Хогг несколько позднее руки Джен. Мэри отказалась, ссылаясь на то, что имя Мэри Шелли она находит таким красивым, что не желает его менять. Джен согласилась, но перед самой свадьбой должна была признаться, что не была замужем за Вильямсом и что у нее был другой муж где-то в Индии. Обстоятельство это ничуть не испугало Хогга и только избавило их от свадебной церемонии. Они прожили вместе всю жизнь, как муж и жена. Несмотря на свою аккуратность и трудолюбие, Хогг считался посредственным адвокатом, ему не хватало красноречия и горячности. К концу жизни это был старый джентльмен, робкий, без всяких иллюзий, который читал греческих и латинских авторов, чтобы несколько стряхнуть с себя невероятную скуку. Клэр осталась на континенте, была учительницей в России, потом, когда умер сэр Тимоти, могла, наконец, получить довольно большую сумму, отказанную ей Шелли и избавившую ее от бедности. Чем старше они становились, тем чаще ссорились между собою эти 3 женщины. Джен уверяла, что в продолжении последних месяцев в Пизе и в Каса Магни Шелли любил только ее. Эти слова были переданы Мэри, которая сильно рассердилась и перестала с ней видеться. Джен медленно превратилась в старую женщину, несколько глухую, но любезную, у которой глаза еще сверкали, когда она говорила о поэте. Клэр в течение многих лет работала над книгой, в которой хотела показать на примере Байрона, Шелли и своем собственном, как опасно иметь на любовь другие взгляды, чем общепринятые. Но она впала в какое-то умственное расстройство и должна была дать себе продолжительный отдых. Конец своей жизни она провела во Флоренции, где обратилась в католичество и посвятила себя делам благочестия. Около 1879 года один молодой человек, собиравший материалы о Байроне и Шелли, пришел к ней просить ее воспоминаний. Как только он произнес эти 2 имени, то увидел, что под морщинами старой дамы показалась улыбка молодой девушки, одна из тех робких и многообещающих улыбок, которые придавали ей столько прелести в 20 лет. «Вероятно, как и все другие, вы думаете, что я любила Байрона?» И так как он посмотрел на нее с удивлением, «Мой молодой друг», — сказала она, — «наступит день, когда вы лучше будете знать сердце женщины. Я была ослеплена Байроном,
но не любила его. Я бы могла в него влюбиться, но этого не было». Настало продолжительное молчание. Затем вопрошатель с некоторым колебанием обратился к ней. «Значит, вы никого не любили, сударыня?» Она покраснела и, не отвечая, упорно смотрела вниз. «Шелли?» — тихо сказал он почти неслышным голосом. «От всего сердца и от всей души», — сказала старая дама, не поднимая глаз. Затем, милым кокетливым движением, она его потрепала по щеке. Заметка для любознательного читателя. Лучшие оригинальные документы собраны в письмах, изданных Инкпеном. Некоторые письма, имеющие важное значение, можно найти также в неизданной переписке Байрона, которая издается Муреем. «Жизнь Шелли Хогга» — интересная живая книга, но написана крайне бессвязно. Биография, составленная Медуином, посредственно. Книга Грэлоуни «Воспоминания о Шелли, Байроне и самом авторе» замечательна во всех отношениях. «Жизнь Шелли Пикока» полезна только для освещения эпизода расхождения с Гарриет. Андре Моруа. Конец книги. Стала Валерия Лебедева.